Чем мы ждем, можем начинать. Ладно, я собрал СПН, тоже хорошо. Что я поставил 30 минут, он мне дропнул на 0. Почему это я не понял, что прикол. Маги. Твича. Так, весь штаб прогрузился. Еще гружусь. Так, уже готов выбор. Помню эту карту. Веселая. Когда все прогрузится, скажите, пожалуйста, чтобы я мог начать. Только Варьер не загрузился в Эствуд, и Витчер. Так, ну в общем, у нас три задачи на этой миссии. Это надо уничтожить по два терминала. И одну машинку БПЛА. Как выглядит машинка БПЛА? Это Хаммер пустынного цвета с кунгом. Находится он либо в одной точке, либо в другой. Либо здесь черная точка на южной зоне в железной амбаре. Запоминайте это, пожалуйста. Потом надо будет озвучить вашему отделению. Либо на севере. Вот тут ты подпись, точку с подписью давит, и это уже озвучивать не нужно, там люди сидят, и они слепые. Ну, как тебе сказать, всякий бывает. Да я понимаю. Вероятно, снизится. Он вот, не катается, в общем, да? Нет, он не катается, он там стоит. Его надо уничтожить. Вот, это первая задача. Вторая задача. Уничтожить по одному терминалу на каждой точке. На южной точке терминал находится на северном заводе, метка терминал. Это такой ящик, в нем в АЦЕ обычные рюкзаки лежат. Большой такой, где-то 1.5 на 1.5 на 1.5, цинковый ящик с дверцами, серый. Вот. На северной точке он находится в одном из этих трех зданий. Ставлю три точки, черные. И четвертую точку терминал. Вот. Надо уничтожить оба терминала и БПЛА. Собственно, как мы действуем? Стартуем мы, видите где? На юге, на военной базе. Двумя отделениями. Одно из них это отстрел, другое, ну, будем называть их ВОГом. Двигаемся вот таким вот маршрутом. У нас 3 часа дня, значит, солнышко где-то над нами и южнее, оно слепит в глаза противнику. Едем мы туда вместе с Лавкой, вот по вот этой дорожке. Получается, с юга подходим к южной зоне. На некотором удалении от этой зоны, примерно в километре, мы спешиваемся. То есть пехота, она рассредотачивается, одно отделение слева от дороги, другое справа. Лавка посередине идет по дороге и чуть сзади. И двигаемся на север к этой точке. Вот. В отделении отстрела сколько человек? 7, по-моему, да? Семь.
Тогда вас лучше отправить на мясо. Ну ладно. Вот, пойдете штурмовать эту зону, будете входить через юг. Вам отстрел. Когда мы подойдем, воговцы перекатятся вот на вот эту высоточку. Метка вог. Так, что надо еще сказать? По технике есть бардак, БМП и машинка с ДШК. У врага. Да, у врага. Перед тем, как воговцев отправить на позицию, надо будет с лавки, ставлю черную точку, там наверху есть окошко на факторке. Там МГС стоит. Туда надо накидать фугасов, чтобы его убить. Вот, и на самом верху вот этого здания, вот этого, стоит Зуха. Как-то так. Вот, воговцы прикрывают, лавка там где-то рядом с ними тусует, давляет всю эту лабуду, отстрел штурмует, уничтожает терминал, уничтожает БПЛА. Ну, клир, хватит телебонькать. Как бы так. Это первая фаза наших действий. В это время, с самого начала миссии, у нас есть вертушка, в которой есть три спецназовца, спавнятся они на северо-востоке на авианосец. Вот, двигаются они вот как-то. А, нет, не это хочу. Ну, в общем, они знают, как они двигаются. Двигаются они вот зеленые, я ставлю стрелочки. Вертушка их скидывает вот где-то на севере от вышки. Метка ЛЗСПН. Задача СПН. Вы здесь, да? Да, здесь. Ваша задача по разведданным вертушке обнаружить БМП. Она, скорее всего, будет на одной из высот вокруг Красного Круга. Ну, подойти и, соответственно, ее уничтожить. После выхода СПН вертушка знает, что делать. На всякий случай вам расскажу. Она два раза туда-обратно пролетает над нашим маршрутом, который идет от Красного Круга на юг, ровно дорога. Чекает, возможно, там выдвинулась БМП, не знаю, нам на перерез. Возможно, там пехотка где-то тусует. Короче, палит их, дает нам инфу. Ну и, соответственно, от инфы мы уже действуем. Так, если вертушка запалила Бэху, СПН ее бахает. Дальше что? Мы высадились, дошли, уничтожили терминал, допустим, уничтожили БПЛА. И с южной точкой все. После этого мы организованно продвигаемся на две высоты. Это вот сюда, метка ВОК 2. И вот сюда, метка стрел. К тому времени, скорее всего, часть отстрела поляжет, поэтому у вас будет примерно одинаковое число. Лавка, наверное, пойдет с отстрелом. СПН в это время, там, пока побегает, перейдет вот куда-то вот в этот район. Это к СПН. Пока отстрел с лавкой прикрывает нас, СПН и ВОК штурмуют зону. Как-то так. Ну, при необходимости пехотное отделение отстрела помогает. Вот. Как бы так. А, смотри, такая ситуация. Мы подходим на южную точку. Там мы будем все это делать, скажем, минут 10, наверное, максимум. В идеале. А за это время рандомщики с северной точки захотят подойти. И им, по сути, ничто не помешает это сделать. Помочь южной точке. Тогда, как вариант, знаешь, после, допустим, уничтожения Бэхи, если ее нашли. Так, сейчас переделать СПН, если там бардак какой-нибудь по дороге поедет.
сюда метку поставить, СП. Просто добавить задачу какую-нибудь группе, выдвинуться чуть вперед и просматривать пока подходы. Вы там войну воюете, а СПН как бы свои задачи выполнил, он переходит на метку СПН-1, блокирует дорогу. Ну, условно говоря, вдруг там какое говно поедет. Вот, и бахает. Все это время штурма южной зоны над нами кружит вином. Теплачок впасывает противника, подавляет по нашему заказу пацанов с минигана. После отстрела Зухи. Да, Зуху они практически сразу, скорее всего, с миниганов подавят. После этого уже туда вряд ли кто полезет. Лавка, пожалуйста, не забудьте отработать в окошечко там. А может, и на метке ЗУ в том же здании, я точно не помню. Ага. Ну, я разберусь. Так, дальше. Вы ЗУ-то тоже, если что, там... А ее не пытайтесь... видно. А, ее не видно с этого? Да, она достаточно высоко. Дом, не знаю, метров 50, наверное, в высоту. Так, дальше по отделениям. У нас у всех есть эти частоты. ДВшки нет. Так, сейчас, 1.1b частота есть, 1.1c есть, вертушка есть, и SPN тоже есть, лавка на связи. Общая хотя бы на ДВ нужна. Да, сейчас я напишу, сейчас я сначала штабного отделения напишу. В общем-то, да, у меня, наверное, радистом и метки, наверное, ставить будет вражок. Да, наблюдатель, который у тебя там сидит. Я не отвлекался. Да-да-да, ты просто летаешь, выполняешь свою задачу. Так, нет, не так. Так, а СПН-2, это нам туда двигаться надо, получается? Сейчас я после объясню. Высот. Вот. Так, смотри. СПН высадился на метке СПН, двигается понял, на... Да. На гору, смыщем. Да, на гору, пытается найти Бэху, работает от разведданных, от вертолета. Допустим, вы уничтожили Бэху, вы двигаетесь на метку СПН-1. Подожди немножко. Мы с отстрелом пока закончили, можно перейти к группе рассказать. Да, вы можете идти. Воговцы тоже, в принципе, он как бы свободно. ДВшка будет или нет? Да, давай я сейчас напишу. Группа Браво. Давайте во второй взвод Браво. Там посмотрите снаряжение, там будет написано, кто вы, где вы. Первый. Перепутал немножко. А боги это кто вообще? Это Чарли, что ли? Это, да, там Чарли, там смешанно, так. А, смотрите, кто у нас еще в группе. Нет, это, не. ФЗ, Варвар, вот, да, там еще. Репитчики, Бриги, Каштан, Спитера, Хьюман. Все, нет? Все, все. Семь человек, все семь. Да. Репит, ты расскажешь или не расскажешь? Рассказывай. В общем, мы с базы нашей, которая на юге, едем до метки высадка. Метку на высадку зеленую видите, да, все? Там высаживаемся, идем от этой метки в сторону красного круга. У нас, который будет на севере, это самый южный красный круг. Там метку отстрел видите, подходим к ней. Ну, естественно, осторожно под нее идем, чтобы через лес нас никто не посек. То есть на дороге через лесок, там вот эта лесополоса есть, и прикрываясь ею. Сзади нас будет, надеюсь, прикрывать лавка, втыкать не будет. Вот. Доходим до метки отстрел. Там, как я понял правильно, репит, мы же зачищаем, то есть мы как мясо идем сначала. Мы валим АГС в окно, да. Валим... По сути, просто зачистка общая, атака идет этой точки. Да, то есть мы просто проверяем, зачищаем. По возможности на, наша цель это работа внутри. Да. Работа внутри, потом, ну там параллельно будут работать ребята, а потом, собственно говоря, когда, дай бог, все это закончим, будем совместно с Лавкой идти на точку отстрела 2 и прикрывать ВОК и СПН, которые будут... Да, по возможности, если вдруг окажется, что сопределения там никакого нет,
Мы нам нужно на точке на южном уничтожить сервер. Он находится на здании на крыше. То есть там надо будет по лесенке подняться. По лесенке такой ручной, то есть горизонтальную. На самую-самую крышу. Он, по-моему, там находится, насколько я помню. То есть надо будет поискать. Это такой железный ящик серый с дверками. Ну, вы видели, наверное, стандартные армовские железные такие ящики. Они примерно там 2 на 2 размером. То есть большие такие. Вот так. То есть их надо уничтожить. Следовательно, надо, чтобы у нас хотя бы на каждом человеке был хотя бы один пластид. Желательно. Чтобы можно было с кого-то снять или самому подойти и взорвать. Вот так. В общем-то. Наверное, один никогда никто не ходит, минимум парой. Да. Либо тройкой. Ну, есть. Мало ли. Ну, чтоб не убегали далеко. Отстрел, да. Добрый вечер. Да. В качестве транспорта возьмите один обычный хаммер и один хаммер с М2. И? Поняли. Мне кажется, СН2 нам не понадобится там. Ну, там все равно мы доедем. Мы бросим. Доехать его, просто. Нам просто до высадки доехать. Да. Ну что, мы готовы, наверное? А у нас воги это под каким они? Это Сэф. Чарли? Вот эти, да. Не, Чарли? Посмотри, где они там сидят. Да я. Мы же готовы? Ну да. А, вы готовы? Да. Отлично. Чтобы, если что, с ними как-то это... Чтобы они обработали бочину. Ребят, ты же понимаешь, все пойдет не так. Не так, как задумали. Конечно. Ну, а с Доника, как всегда, 2 минуты. Что они будут резины, пашины 2 минуты. Угу. Они могут подождать 15 минут, стрим дойдет до времени того и послушать план. Правда, меток они никаких не увидят, потому что у меня там картинка маленькая, но тем не менее. А ты стрим запустил уже, Паш? Да. Только что смотрел. На Твиче, да? Да. Только смотрел, не было. Вот. А он задержка, он же начинает задержка. Да. А, вот все появился. А, ПЗ, расскажи товарищам, пожалуйста, как терминал выглядит и машина БПЛА. Терминал это вот такой хамвик. Ну, вы видели, наверное, хамвик армовский с будкой. Он такой, он, по-моему, медицинский называется этот хамвик. Просто народе, видимо, он медицинский, скорее всего. Там такой пустынный, насколько я помню. Ну, в общем, хамвик двухместный, сзади будка стоит на нем. Вот это вот терминал. А сама, ну вот эта коробка, я уже вам сказал, как он видит. Как вот машина имеется в виду. Машина БПЛА. Она так выглядит. А... Я же правильно, Паш, понимаю, что мы, скорее всего, БМПшку с Т4 не выстегнем? Почему с первого выстегнем? Можно, можно вообще просто в легком. Да? Бочину, можно, да, причем сперва. Можно выбить ее, причем так, чтобы еще и нам ее использовать потом. Но это там надо обладать особым талантом. Просто, чтобы лишний раз, чтобы просто эти заряды не тратили, потому что лучше все-таки не пластидом БПЛА свалить, а издалека АТ-шечкой. Ну, можно, да, можно пластидом взорвать и БМПшку, она там. В принципе, стоит, у нас есть пулеметчики. Убежал. Да. Ну, хамвик да убить долго через пулемета, они все бронированные, зараза. Начать с колес. Не бомбит? Не бомбит. Отлично. Лаис Ивановна, хочу. А кто ж не хочет? Проверка, какова.
Да. Так, где наш медик и где наша медицина? Все разобрался. В лавке есть взрывчатка, можете брать. Кивачек. Кивачек. Где медицина, да? Медицина у тебя в руках. ПНВ можно сбросить, но мне не надо. Зачем тебе пенифрин? Он так пошутил. Фитлер, да, себе взрывчатку уберем? Нет. А здесь где-нибудь можно полутаться медкитом каким-нибудь, морфином? Чем? Бизе! Эти медика убьем, а здесь сильно мы заберем. Все, что у вас? Тут нет медика. Есть. Ну, в какой камере садимся? В СПН и ком. М2, камвик М2. Куда зачем? Грузимся уже. А взрывчатка Померим. Где, Паш? Нет, а, камере. Вон там. В лавке, в лавке. А в лавке? Зачем? В камере. Вообще, минуточку, мой телефон звонит. Не дай. Ага. Рэм. А тебе? Рэм. На водителя садись. Все, все здесь, поедем. Да нет, не все. Крыша, посадка, не посадка. Зачем тебе DPS, мы с колонны едем? Ну, а потом я тебя буду наводить. Все, сейчас. Окей. Ребята, поехали. Браво. Браво на месте? Все, браво, согрузимся и едем уже. А была можно медицину взять, если кому надо. Да, уже пофиг. Браво, все сделал, блядь. Все, мы двигаемся. Едем. Браво, репит первый, машине. Еще колесо сбили, было бы еще лучше. На ДВ слышу, что-то плохо лучше. Видимо, с Кихисани сигнал будет. Справа никого не оставить. Мог на связи. Достань получился. КНД, я приеду. Если что, я тут сначала. Ты по ДВ? Да, я по ДВ говорю. У меня опять все каналы перепутались. Ошибись. Как я буду по звуку ориентироваться? Может, без водителя сидеть? Нет. Отстрел на связи. Отстрел на ДВ. Принято, лавка на связи. Паша, прием. Вертушка. Я нет, я не водитель. А посмотри, там ДВшку поставили частоту. Я уже посмотрел, уже себе вбил, уже слушал и общался. Лавка сможет двигаться на любой МД противника. Да, кстати, стрелок, ты меня слышишь? У нас сидит кто-то. Спитер, ты сидишь? Да. Хорошо, ты осторожнее, здесь у нас может быть встреча где-нибудь с врагом, поэтому не втыкай. Где-то на корму сяду, чтобы... Еще есть слева. Ну, по крайней мере, встретиться быстрее те, кто едет спереди, а не мы. Ну, смотри, они могут подождать и выбить нас. Ну, да. Ну, я не знаю, все хейтят отстрел, что ли? Нет, по приоритету они же не с оружием, то есть не боем, а приводим. Да, в принципе, да. Два кадра потерялось, офигеть. А с Дони клюбнул? Да не знаю, он приснился, соединился. Сходи к нему, спроси, что там у него. Я же как-то стрелок не КНД на связи.
по идее, должно было ботов удалить и сразу ничего не зашло, может быть. Мы высоко выехали. Ой, 10 метров потеряли. Не обязательно на точке сразу сажать. Отстрел на метке высадка. Ждем подъезда остальных и команды движения. Вок, высадились, двигаемся. Замечательно. Вок, двигайтесь справа от дороги, отстрел, двигайтесь слева от дороги. Вок впереди метров на 50, как дозорный отряд. Принял, начинаем движение. Движемся слева, слева от дороги. Движемся влево, слева от дороги. Принял. Вертушка на связи? Понял, впереди. Нашел, наверное, уже, да? Все на шепот? Да, на шепот. Немножко углубимся и вдоль дороги идем. Я думаю, у меня вес многовато будет. Вон все, ключатка есть. Да, да, кстати, у кого оптики нет, могу дать в дальномер. Нет, я тут буду, чтобы поменять. Без батареек, но сойдет. Славку, вы меня слышите? Да. А, двигайтесь по дороге, скоординируйтесь с отделением пехотами, двигайтесь позади них. Репит, меточки нам обеспечишь? Прием, репит. Репит. Понял. Сильно быстро не бежим, устанем. Будем долго отдыхать. Прием, штаб, мы сейчас со своей позиции наблюдаем уже крышу этого завода. Там вроде никого нет. Принято. Я тут на связь. Мы с вами на кого будем? Понял. Давайте до елок, где изгиб по дороге начинается, до туда бегаем, собираемся, дальше идем. Кто там пукает? Перед елками собираемся. Паш, вы прошли метку, да, которую я поставил? Сейчас посмотрю. Мы на зеленой точке примерно, где перед зеленой точкой последняя перед кругом. Ваш прием, это ж я отправляю к вам снайпера, он пробьется к вам, не пристрелите. А к кому? К КНД? К Вогу. Понял. Лавка, сильно не уходите налево в горку, там сжечь могут. Я понимаю, просто вообще налево. А вы не посмотрели? Вы работаете вместе с пехотой. Пехота вас слева-справа прикрывает, вы работаете по ее указанию. Да, на метке практически. Ну все, движемся дальше. Херман, не забегай вперед, не забегай, держись позади. Вертушка, выйдите на связь. Вертушка? Не на КВЛ, по-моему, вылетел там на карте. Как у вас установка противника обнаружена? Противника обнаружен, высадили ПН нормально. А, принято, смотрите, там завод, шахты вокруг него. По сторонам принято. Смотрите, чтобы никто там с елок или тому подобного не прилетел. Сильно не спешим потихонечку. Аздоник, к сожалению, вышел в момент, когда ботов убивал. Репит, ты меточку на нас обновляешь, да? GPS на всех есть? У кого нет GPS? Нет. Нету.
У кого нет, держитесь к группе основной ближе. Здравствуйте, пока что вариант 127 высоты. Это на северо-востоке от вас. Приближаемся. Уже метров 200. Это вертушка над именоломной, есть враг. Принято, метка не ставьте. Я, наверное, чуть-чуть отделюсь, пройду на левую горку, хорошо? Ты пулеметчик? Я понял, нашел. Нет. Партим, командир, понял. Метка вам указана, прошу прощения, долго. На каменоломне, говорят, враг есть. Каменоломне это... Это то, что у нас впереди. Вертушка, вы на связи, поставьте стену врага на шахте. Это отметили на высоте. Кто точно не знает. Метку дали там вроде на врага, на высоте отметки. Да, на 11. Всем внимание, высота 159, метки на противника уже стоят. Понял. Вертушка на 159 высоте. Попробуйте идентифицировать, что за противник. Штаб, нам осталось до забора буквально метров 15, может 10. Принято, вертушка, начинайте круговой полет вокруг зоны наблюдателя. Вы можете отметки дальше? Мы уже в 10 метрах от забора. Бэха не забудь отработать. Пока тормозимся. Сейчас вертушка отрабатывает, и мы заходим. Каштан, прикрой меня. Смотри на высоту сражения. Команды. Мы начнем входить. Начнем входить, как вертушка отработает. Вертушка, подавите между делом завод, если есть возможность миниганов. Кто еще раз подавит? Шахты, завод подавите, постреляйте туда с миниганов и по тепловым отметкам в лесу. Основная угроза у нас будет слева, со склона в елках, скорее всего, там сидят на слете. И да, заходим ползком. Бэха остается сзади, прикрывает. Смотрите, лес на северо-западе. Все, дальше забора, не двигаемся. Сейчас вертолет летит, отрабатывает. Вертушка, и по команде ходит. Причем не рвемся, как будто мы там. Безопасность, а дальше просто банально не хватает. Осторожно. Да. Принято, старайтесь аккуратнее работать. Пока левые склоны просматриваем по возможности и правую сторону от дороги. А кто-нибудь от постройки вдоль забора с правой стороны там дырку видит? Может, можно там зайти где-нибудь? Разведка как у вас? Я дырку вижу слева. Я тоже слева вижу от трейма. У какой? Метка актуальная, потихоньку двигаемся. Справа. На высоту. Понял, значит возле правого угла входить будем, там безопасно. Принято. Концентрируемся там.
точно где-то на севере сейчас. Тут паут на БМП. Штаб, от наших позиций на север был путь сейчас. Пуск положительно БМП. Внимание! Вы можете идентифицировать местоположение пуска? Внимание, около отметки 1.1F обнаружено БМП. Где-то в районе ее касается. На севере отметки 1.1F. СПН, приступайте к уничтожению. Вертушка, сконцентрируйся на позиции БМП, дай точное место на нее. Красная отметка на севере от 1.1F. Принято, спецназ, приступайте к уничтожению БМП. Отстрел, как у вас обстановка? Нам начинать штурм? Вертушки да, не было? Входите, входите, входите. Принял. Все, входим. Ползаем. Ползаем. Да, вертушки не будет, они вернутся БМП. Кто движется? Это башу приняли. Будем наблюдать. БМП сожгли? Нет. Внутри прикрываешь. БМП двигается по нас, звук слышим, работаем. СПН, давайте не стреляйте. Так, потихонечку идем вперед, по сторонам посмотрим. Бэха, судя по всему, едет на высоту на 127-ю. Рядом с нами заглушила мотор. Пошло в здание, заходили в будку. Мы между зданием и забором с правой стороны от здания. Подтверждаю, не отвечает, лавка нет. Давайте кто-нибудь один, пробуйте по лесенке подниматься, мы по периметру прикрываем. Смотрим на склоны слева, справа, с запада и востока. Вижу движуху на западе, на 80, на востоке вернее, на 80. В деревьях, вверху. В ёлках. Расстояние отделения усилить. Это метров 50, наверное, 80. Вообще вот прям перед нами ёлки. Дальше, это дальше, дальше, выше и левее. Сейчас ГП по позициям ВОГа. Во, во. Так, ГП противника, правильно? ГП своя. Нет, занимаемся, смотрим территорию и сейчас ходить будем. У кого взрывчатка есть? Поднимайтесь по лесенке. Один. Вертушка, прям. Привет. А как у вас обстановка? По нам был один пуск и пара трассеров, но ничего с ним не попало. На 320 от постройки центра, постройки за камнями, в ёлках видео движуху, по-моему, русские. У меня оптика, я держу. Пулемет, давай сюда, сюда подойди. Запрос на каменоломне есть наша? Да, на каменоломне свои, на каменоломне свои. Проверьте местоположение БМП, может оно уничтожено? Хьюман, у тебя есть взрывчатка? Выделился кто-то ставит взрывчатку. А, все понял. БМП уехала от нас.
быть и уничтожить. Вертушку помогите, скорректируйте их. ПЗ на связи? Да, мы на связи. А вы заняли каменоломню или нет? Мы сейчас послали человечка поставить пластид. Кроем, прикрываем его. Прием, вы заняли каменоломню или нет? Мы заняли, прикрываем. Вот работать. Человек, отрабатываем. Сигнал, уничтожьте его, проверьте местоположение. Занимаемся, занимаемся. О, как у вас обстановка? Отрабатывай человека на горе. Фигово, люди шарятся. Отрабатывай. Волк на связь. Ваш ПКВ, кто отправился наверх? Есть кто подправился наверх, прием. Это репит, отправляйся наверх. Понял, давай. Что за путь был? Каштан на склоне. Хьюман вообще с нами? У него со связи проблема. Понял, короче, он не с нами. Смотри, что ты видел движение. Смотри, смотри, я спину тебе смотрю. Отрабатывайтесь, если что можно. Да. Принял. Ты прикройся кустом справа, а сместись, у тебя куст. Принял. Паша, я слабо представляю, где здесь вход вообще. Совпал. Наверх, 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 там выходишь на нет, да, западную... Нет, лестницы я не вижу, я вот на западную там... часть, там она по стенке идет. Это, по-моему, свои. Послали человечка, человечка послали, ищем вход подняться. Наверх, взрывать терминал. Это не вход, это длинное продолговатое здание, одноэтажное, на севере фабрики. Внутри него. Понял. Они тут вымерли, что ли, все? Нет, ничего не там опасно подниматься. О, ладно, репит, спускайся. Понял, идем туда. А, смотрите, у нас есть красное патрульное продолговатое здание. Я могу проверить его нам. Да не поможет это тебе сначала. Зайдем к кирпичный дом. Дальше, который у нас там на есть севере. Наш со стороны запада есть один наш. Пойдем в кирпичный дом. Это вертолет на красной метке, где раньше было БМП, обнаружен, да и да. Там Human. СПН, вы поняли всю задачу? ДШК, у нас только один с запада. А, проверили СПН, красный дом. В карте посмотри, там только один. Штаб, проверили красный дом, кирпичный этот, продолговатый, ни хрена не с ним. Посмотрите посередке него между трубами. Все, нашли, нашли. Вок, у нас командир. Чё нашли? Операцию с него сняли, дальнейшие наши действия бэху мы выбили. Это принято, замечательно. Закладываю запечатку. Нашли чё? На север займите высоту 131. Полностью обеспечивайте, прикрепляйте, уничтожьте ДШК. Тут русский ставит, кстати. Уперся в стену. Уходим, все, уходим, уходим. Валим, я поставил, взрываем. Так возвращаемся назад к нашему дому, где мы входили. А Басовский не смутил, да, совсем? Нет, все нормально. Да пусть он сидит. Остался кто-то? Паш, передай ПДВ, скорее всего, сил сосредоточен на той точке. Все, взрываем. Скорее всего, основные силы, прием штаб, силы основные сосредоточены на милиции. Или тут, или там, уничтожили там терминал. Да, все, что делать нам дальше? Да, на УАЗ-ДК появилась метка. Ну вот, он-то спамится на милиции, если что. Штаб, нам уходить? Походу здесь остался только спецназ. На север вся пехота ушла. Двигайтесь согласно меткам на север. Принял. Двигаемся согласно меткам на север. На позиции ВОК и отстрелываю. Вдоль заборчика идем между домиков. Ухожу завтра на склон, на дороге встретимся. Да. Огонь свободный. Если нас не видят, есть возможность убить 100% свободный огонь. Это место ДСК переместилось просто в непонятное место или что это такое? Кто перемест? На обнаружите ДШК и обновите на него метку.
стреляет? Обнаружьте ДШК и обновите на него метку. Кто стрелял прям? По мне огонь велся. Откуда? С дороги? С выхода? С стороны севера где-то. Я на западном склоне возле камней. Где-то рядом камень совсем выстрел был. По словам нашего стрелка, ровно сзади бэйки должен быть ДШК. Где-то здесь на дороге. Далеко. Там а ладно, к черту, бежим вдоль дороги, пересекаем дорогу. Наведите разведку метки. Направление там 80. Встречаемся на метке отстрел 2. Все, кто не с нами, где-то гуляют. Видим БМП, прием, БМП уничтожен уже, да? Да, БМП уничтожен. Принял. Отбой, ВОК, занимайте метку, сейчас ставлю нынешняя позиция отстрела 2, сейчас метки обновлю. Отстрел, занимайте нынешнюю позицию, ВОК 2, метка. Метки сейчас все будут обновлены. Внимание, обнаружил БМП, она целая или убитая? Убитая. Сейчас мы займем позицию ВОК 2. Нас послали на нее. От БМП на 40, двигайтесь на 40. Ставлено, кто двигается отделением. А, именно на ВОК? А, метка 1-1А, отстрел. Принял. Поправка сейчас будет, поправка. Поправка, метка отстрел, нам дали новую метку, двигаемся на нее, там в высоте. БМПшки есть, 18-я РПГшка, беру ее. К вашей есть. Пару гранат. ВМП практически на ноль. Я не сядался ее заводить. Лучше не садитесь, может она какая-нибудь багнута. Русский. Дохлый. Степ ту. На 120 степа. Слышу. У нас задача, давайте продвинемся, наверное, на да, север. Да-да, двигаемся. Ставят, прям. Справа долбят где-то. Мне не надо занять. Но как там с разведкой вокруг северной зоны? Сейчас, не надо занять. Репит, у меня сейчас сердце ёкнуло. Ты что да, делаешь? Именно. Что это было? Я сдаюсь. Двигаемся, короче, двигаемся. Отдвигаться на отстрел или от БМП 0, от БМП 0. На отстрел, метку отстрел, там высота. Так это вердушка, мы обстреляли у вас ДСК. Принято, метка у него актуальна еще? У кого GPS есть, можете открыть и по красной линии идти. Вообще же шикарно можно выйти. Бандай, ты метку ставишь, там свой. Хирург, похоже. Может быть, сдвиг сделаем? А у нас же никого не убили. А Хьюман? Хьюман, по-моему, отстал, вижу же с РПГ его. Попробую вернуться за ним. Это не ДШК ли работает? Калаш.
что-то на меня пролетело. Спит, ты где? Я за тебя. Слева от тебя. Вот. А, похоже, Хьюмана на вас. Что, Хьюман? На метке ДШК никого нет. Так, мои бойцы. А я тут уже один практически, все где остальные? Спитер тяжелый, медленно двигается. Хорошо, я тогда двигаюсь прям на свою нашу метку, если меня сейчас убьют, то вы поймете, что 10-то есть враг. Ты ползком, пока время ты. По полю ползком? А-а-а. Это уже ДШК. А, что-то, по-моему, куда мы бежим, что прием, там ДШК сидит. Судя по звукам. Метку поставьте на него, и вертушка пусть зайдет, уничтожит. Понял, сейчас бегу, смотрю. ДШК отработал севернее нашей метки 1-1-F. Паша на связи? Да. Правка не севернее, южнее. Метку ставьте. Так, у вас сейчас стоит на метке 1-1-А стрел зеленый. Мы его стреляли, вроде он бесколес. Но там еще накиньте люди. Туда наров накидайте. Резину пересек нормально, да? Так да, пересек про... нормально. Наверх не выходим, сейчас нарами туда будут накидывать. А вертушка, вы сейчас работать нарами будете? Паша, КВ говорил. Значит, вертушка, вы вертолетом будете работать с нарами сейчас? Вертолет. Нарами. Так, наблюдаем тебя, Паш, наблюдаем. Ну, у меня вот как раз от меня на 20 калаш лежит. Живой. Чики-брики, подойди на лес. Вертолет, прием. Ты меня слышишь? Да, они сказали нарами. Вертушка, позиция ДШК, отработайте нарами. Передай, сейчас мы отходим от позиции, да, там это пусть да, отрабатывает. К они позиции отстрела не подходим. Там пройти буквально пара нары. Высоточку видите, чики-брики. Отбой нары, не работает. Азим. Так, пару поставим, это... Да ноль, практически ноль. Нет. Самый холмик, после пази. Ну вот. Левее, подойди ко мне, левее. А вертолет может отработать пулеметом по этому району? Отстрел напрямую запрашивайте указания на огонь у вертушки. Понял. Так, Паш, ты в ёлке сидишь, да? Да, я в ёлке. Отошел, я спустился от этой метки вниз. То есть в ложбинку. А вы на связи? Вертолет, делайте заход, отрабатывайте по метке отстрел пулеметами, можете нарами, там наших не должно быть. А как у вас дела? Все, кто справа, спускаемся вниз от метки отстрел. Ждем, когда отрабатывают туда вертушка без нар и пулеметов. Метку свою Паш скорректировал лично себя. Там в районе ДШК двери хлопают где-то. Ну, репит еще секунд, не знаю, 20-30, я смогу выдвинуться, пробежать это расстояние. Да, пока там еще оставшие соберутся. Покосить. У нас нормальная позиция, мы видим, что над Пашей находится. Вот до ДШК один боец пришел на север врага. Я посматриваю на восточную сторону, северо-восток 2. Вертушки отрабатывали, да? Вообще
где-то далеко на северо-северо-востоке. Вертолет вас ждать? То есть в районе как раз здания. А что они там вертолет, прием. Вы будете отрабатывать по метке отстрел? Понятно. Мы как бы ждем ваши отработки, чтобы мы туда зашли. Так точно, да. Итак, вы будете это делать? Вверху движение. Да, мы сейчас будем долго. Блять, быстро на работали. На самом деле. Да. Нет, не я, не я, наверху, если не, форма, форма не наша, мочите. Вы понимаете, что это не направление? Да, у нас просто на, всего надо в одном месте есть. Привет, там же даже похуй. Не, он лысый, по-моему, вообще без шапки. Приходится туда-сюда прыгать. Он еще один. Еще один. Там 331. Подожди, подожди, возможно, они высунутся на нашу сторону, пока нас не обнаружили. Да, ждем, ждем, ждем. Чтобы они не смогли быстро шапки скрыть. Нара не тратьте, оставьте. Нара, попробуйте бардак уничтожить. А метку можете дать на них примерно, чтобы вертолет точно там? Ну, Паша, та же ёлка, где ты лежал. В смысле? Я в ёлке сижу перед... Возможно, там нет, ты ёлку менял или нет? Нет. А, значит, это практика все это время? Да, откуда работайте пулеметы, возможно, на районе пройти. Подгрипом за нас нет. Твоем отделении продвинуться в север. Я поставил, да. Попробовать найти бардак и уничтожить. А, поставим практически точно. У нас в низине человек, в низине вилки человек. Справа от человека в вилке уже поле. Пытаемся. Вертушка после отработки метки 111 отстрел, переходите под подчинение Хаттаба, отработайте метку 113. Иди Хаттабу, там враг в том месте. Я, конечно, точно не уверен. Там враг бегает. СПН, какая из меток 111? Хоть на туда? На связи. Это Хьюман там ползет, какая что ли? Меток 1-1. Да, да, это, если с трубой, то Хьюман. Текущая мы проводим. А я не пойму, вот куда на армии сейчас отработано? Все, так, а что может быть? Там вертушка сошли, больше не горит. Работает по метке 1-1. Вертолет, вы... все, закончено? Да, вертушка закончила, вертушка, переходите на отработку метки 1-1. Все, идем. Вперед. Все, идем, идем, вертушка закончена. Свои, похоже, свои, возможно, свои у дымов крутятся. Да-да-да, свой, свой. А, дымовой, свои подходят, с 300 свои подходят. Поднимаемся. Выдвигаемся. Пулеметчик пока... А, в принципе, пулеметчик выдвигается. ПЗ, у вас какая-то... Сзади граната. Узнаешь, что это такое? Еще раз. Паша, рядом с нами не было, мы только в низину спускаемся. Вероятно, оторвался. Спитер, удали твою метку. Это он на себя метку давал. Нет, он рядом сам. Парень, по сполу бегаешь, что? Убрал, да? Звоните нары, работайте больше. Где бегает, не знаю, свой, свой. Где бегает? Проблема в том, что у нас на... Ну я к дыму бегу, допустим. Поднимаюсь. Почти поднялся. На другом мне приходится туда сюда бегать. Блин. А пилот может пользоваться ДВ? Каштан там убил, да? А 20 минут на 220, так. Там где елочки вези, ты уже вниз спустился. Вниз? Справа или слева от дыма? Ну, он вообще, он уже от меня метров встал. В 70, не знаю, он какой-то. Сидишь. Окей. Я просто не могу понять, что свой не свой. Вроде не свой. Надо было кого же брать. Я ползу там со своим вместе. Каштан, ты кого-то? А, да-да, перезарядился. Справа хоть. Да, я вроде попал. Гранату кидаю.
Я вижу этого чудика с рюкзаком, не пойму. Враг! Процесс. Уничтожил в низине враг один человек. Okay. А, место на бардарке сейчас появилось на карте, смотрите. Я про него долго говорил, договорился, вот. Да, да, я понял. Возможно, их было несколько. Одного, я так нет, понял, нет. Убили на горе. А, Катушка, я только одного и видел. Что у вас с бардаком? Он шел все время. Да, один убитый видел. И Артушка, это штаб слышал. Больше не видел. Повторяю, повторяю, вертушка дали метку на бардак. Понятно, на бардак. Второй готов. Спасибо. 37 миллиметров, уничтожил. Как ты их видишь? Отстрел, прием. Слышим? Какова ситуация по занятию точки? Зачищаем гору, почти поднялись, вернее уже поднялись, заканчиваем зачистку. Принт, Бог, что у вас? Прочесываем с 23-го, что рядом. СВД, справа, СВД. С горы где-то. Что, что? На 120, на полине где-то 80. Прием. Нас, что у вас? СВД примерно с метки Чарли или с КНД Флайер. Мы слышали его, сейчас пытаемся что, что? Отработать. Окей, говорю, репит убили, вот снайпер направление где-то 80, вас убили там, СВДшник. Бардак катается по берегу, снайпер мост. На СВДшник как сделать? Чтобы он никуда не уходил, ворвёт. Сидеть, блядь, смотреть. Там есть снайпер вражеский. Нос он тебе пойдет, скажи ему. А, повторите, какая метка еще раз? КНД, ТТ, флайер. Кто сейчас убежал на снайпера прямо от него? В районе метки пехот. Вероятно, хьюман. Деревья не видно. Позиция. Да, нас деревья закрывают. Мы если сейчас выйдем, нас снимет. То есть нам вообще никуда не деться сейчас. Мы прошли удачно. На связь. Кто там стреляет? Зачем он убил меня? Мы не узнаем. Это отстрел, в общем, мы подняли позицию. Снайпер у нас убил одного, и снайпера не подавили. Снайпер еще, скорее всего, живой. Вот там топового нашего спецназа нигде нету, а конкретно АВ. Нет, у нас тут деревья закрывают, у нас деревья закрыли, поэтому мы живы. Блин. А дальше мы спускаемся или ждем чего-то? Попробуйте найти рядом, может, спецназ какой-то на высоте 87. Есть метку, если обновите на ваше отделение. А если найдете спецназ, отправьте, чтобы на АДВ со мной связались. Хорошо, попробуем. Что мы потеряем? А, по замикам бежать на... Если есть возможность, да, давай подтягивайся. Или попробуй, кстати, пройти на метку 80-я высота, где там... А, Вог, доложите, что вы ну, где, короче, КНД, там, найти спецназ. А, найти спецназ? Погоди. Это мне обойти через юг? А, нет, все, сиди, жди, жди. Я тут сижу низенький, нужно. Прикрывай нам спину пока. Я сам ёлка прячу, снайпер. Ну вот и нас прикрывает. Неваляшка, мы, наверное, не сможем связаться. Снайпера тоже, наверное, не сможем снять. Нам спускаться или все-таки еще ждать чего-то? СВД же он шутит, да? Или нет?
именно со мной сейчас три, включая меня, и один сидит снайперовый палец, скорее всего. То есть четыре человека всего. Ага, вы противнику больших потерь нанесли. Ну, мы да, тут убили человека три, наверное. Вертушка, ну давай, у меня тут поражок может опознать, то ли это флайер, то ли это пехота, блядь, ну, снайпер сам на точке. Метку дайте на него. Ну, скорее всего, снайпер ушел уже. Краски, ты метки пехоты. Я не знаю. Что, попытался добежать? Ну попробуй, что? Вариантов-то нет, или все до конца миссии будешь садить там? Не, я побегу, если пойдут все. Ты имею в виду, что когда надо будет двигаться, уже тогда пойдет толпиться. Ладно, побежал. Ну мы потихоньку спускаемся, не тороплю. Я смотрю направо, чтоб нам никто не влетел. Ты никто не молчал? Ну в него СВДшка выстрелила. Двигаемся понемножку к перекрестку. Вертушка, мы сейчас можем на 340 вдоль дороги спуститься, там ложбинка такая, на защите от снайпера. А северную точку активно подавите, наши будут передвигаться к ней. Ну, соответственно, это прямоугольник, да, красный, который? Да, да. Приняли, сейчас попробуем подавить. Еми не совсем прав. Можно добить. Умер. СПН на связи. Это был Витчер. Кто хочет, может рацию взять послушать. У нас калаш справа, да? Сейчас надо посмотреть настройку будет и дом такой красный. Панельный, двухэтажный. Он не отвечает, подавил точно. Там, о, неваляшка, у нас что, только отстрел остался, получается? СПН все мертвые, я трупы их все нашел. И там же лежали на этом приборке. Понятно. Неваляшка, прием. Чего, я тут. Ну, и что мы делаем? Все, идем, и четырьмя людьми штурмуем. Ну мы примерно метрах 80, может 70. Ну, вертушку еще раз вызовите, чтобы она подавила. Вижу хаймер, поплыла, который нам уничтожит. Маленько побита. Откуда? На 60. Ну, постепенно продвигайтесь. Самый крайний дом. Этой херне занимайте. Да. Вроде у врага не так уж много людей. Вход прикрывается. Прям в ангаре? Да, вот там ворота. Сколько метров? Это вертолет называется. Смотрите, у нас точки вообще, ну, в принципе, не замечаем никакого
движение. Штаб, мы наблюдаем терминал, он стоит возле ангара. Если что, можем попробовать с РПГшки долбануть прям по нему с нашей позиции. А, давайте делайте. Так, ну добро от штаба на выстрел из РПГ. Паш, почему все батарейки не было в дальнем мире? Не дали. Блин, все так хорошо. А, вертушка на связи? На связи. А у вас нары еще есть? 6 штук. А, обнаружьте железный амбар и по нему огонь нарами откройте. Один заход разбейте амбар, второй заход закиньте внутрь нары. Это наша туда вертушка будет работать. Да, на самом прямоугольнике раз. А про РМ не знаю, сейчас мы тут конечный этап операции ведем. Да, кусочек ГПЛА этого терминала. Где-то 450 метров. А, на точке, на стройке. Сейчас вертолет почистят, мы ее сделаем. А, да, здесь. ДШК где-то издалека долбит. С противоположного берега, с противоположного берега. Отстрел с РПГ там уничтожить? Метку дали, метку бардак дали, там на нем, на этой метке примерно стоит бардак. Отстрел уничтожаете терминал? Понял, сейчас сделаем. Это 50 на 50 будет далеко, и сейчас попробуем. Метров до туда. 350. Рискнуть стрельнуть или нет? Сначала я. Там полметра видно. Дырочка маленькая. Сейчас попробую из РПГ 18 лоба. Просто скиллы. Ну ладно, сейчас. А, отстрел, вы видели терминал БПЛА или сам терминал? Мы по нему выстрелили, по хамбику выстрелили. Принято, это терминал, скорее принято. Всего. Вертушка, отбой, не работайте нарами. Не работайте нарами. Панам РПГшка летит, панам. Вертушка на ДВ. У нас осталось на борту всего две нары. Это в стройку прилетел. Со стройки? А, принято, да, да, да. Да, киньте их по стройке. Смотрю стройку. По этажу на втором. Чего пехи есть вроде? Давят. Пока не вижу. Вслепую давят. А, это вертушка, давай, там вражеская пушка. Есть, у нас вроде. А, со стройки долбят, со стройки по нам долбят. А, я принял. Сейчас зайду на стройку. Абсолютно беспорядочный огонь, но ощутимый. У нас потери есть? Там вражеская пехота переплывает в реку. Кроме репита? На месте. Снайпер снова сзади, СВДшник. Появился снайпер. Это что? Или не СВД? Острел забейте на него, войдите в зону и уничтожьте взрывчаткой мне терминал быстрее. Мощнее. Понял. В общем, господа, сейчас придется бежать вниз, да, перекрестка. Пересекаем дорогу и через зеленку убегаем на территорию. Все, я побежал тоже. Кто добежит, взрывайте терминал, вот эту коробку, вот, господи. Нам же коробку надо взорвать. Да, серую а где коробку. Находится? Серую коробку. А где она находится? Черные точки стоят. Черные точки на нее поставлены, там находятся. Там, это в одной стороне. Вертушка, давайте да. Прикрою. Это с острова, где бардак стоял. Я пока стройку прикрою. А, дали место на него.
Бардак где-то на берегу стоит, на противоположном берегу. На острове. А, бардак, метка где-то бардак в районе. Уничтожен вертолетом. Понял. Стройки подхожу, смотрю стройку. Пошел на территорию. Позже аккуратно стройки противника. Я ее смотрю как раз сейчас. На территории. А, вертушка на ДВ. Мы по стройке отработали, но не знаю, били, не убили. Возле стройки. Ну, я возле либо стройки. Облетите, засеките противника, либо спешивайтесь, предпринимайте участие в штурме. Метку на себя дам. Стрельба со стройки. Есть, настройки есть. Ой, это было классно, как меню убили, непонятно. Нашел ее, нашел. Пехотинец, который перепил в реку со стройки. Нашел терминал, кто-то поможет мне, Алла. Где? Да. Взорвал? Терминал взорвал? Он взорвался вместе с ней. Что-то, по-моему, мне не получилось. Могу гранату на стройку кидануть. Давай. Один пехотинец, противник выходит на отделение в районе места пехоты. На нас выходит пехотинец из противоположного берега. А с какого направления? А, также в стройке был один засвет на цели. Со стороны стройки, по-моему, выйдет. Я пока снайпера палю со спины. Я ящик, кройте меня в казарм. Бежим к забору, короче. Надо входить. Со стройки прикроем, попробуем, не уверен. На стройке явно был один бег. И сзади, откуда мы пришли, со склона, с ВДшник еще долбит. Схожу на стройку. Давай, заходи. Зашел? Да. На первом этаже. Ребят, надо двигаться быстрее, 5 минут осталось. Да нашли уже, блин, занимаемся. Стройку кроем и... Взрывай, занимаемся, собой, занимаемся. Я... Принял. С собой взрывают. Взорвал? По-моему, на терминале сидит враг. Окей, через стекло не пострелили бы этот ПГшка, я понял. Паша, перестаньте себя идти. Кого-то убил. Чего? А чё вы двоих своих СПНовцев убили? Когда? Да-да-да. Этого АВ и Каштан, Катавайси. Каштан, блядь, просто голову себе разбей об стену, а вот и Катавайси. Мудак, блядь. Полегче с выражением. Я говорю, мозги есть, Каштан? И ушел. Ну, умница. Они даже не поняли, что своих убили. Паш, скажи, что это были за выпады на нас? На нас есть метка, форма одинаковая, выходит только каштан. Ну, оптики нет. Бежает нам обойму. Паша, заходи записать себе. Да-да-да. Кинешь меня на слот, пожалуйста. Паша, я сейчас отойду, просто ненадолго. Паша, они были в 5 метрах от вас, вы их в упор. Не знаю, я не расстреливал никого. Нет, Паш, нас расстреляли, вот ваши. Вот там был каштан 100%. Я понимаю, там хьюман был без рации. Мы вообще нас с рации с несколькими людьми, по крайней мере, точно не было связи. Так не три же раза подряд стрелять, он троих пацанов явно. Все, вверх. Да. Так. Что у нас там? Атака БСАС, отстрел МГ, оборона. Ну, наконец, стрелком полетаю. Красный, естественно, оборона здесь. Я не пилот. Аллах не помог, блин. А чем мы занимаемся? О, я туда. Оп.
обидно, когда Аллах не помогает. Давайте Браво доберем. Слушай, давай дроп поменяемся. Не, братан. Пойдем лучше в 1-1-Б, там места побольше. Краб. Ук. Че? Поменяемся, говорю. Давай. О-о-о. Что такое? А что за вертолет? Лысиник. Кобра. Кобра. Не, хорошо сыграли мы. Вообще. Особенно. А что такого? Своих двоих стреляли. Я не знаю. Я точно от никого не убил своих. Особенно Аздоник хорошо сыграл. Ты был командиром фаертика. Мне не докладывали. Я сказал, свободный огонь. Люди стреляли. Они не докладывали, что там... Кто со мной из пэновцев у красных были там? Я был. Народ, там уже каменоломни все взорвали, вы до сих пор там сидели, там у вас... Кто из пэновцев не были? Короче, и а там по полю бегали, он сказал. А звука взрыва вообще не было. Я сидел вот рядом на горке. Лавка взорвалась. Ребята, что у вас за игрок или кто там вообще сидел на каменоломне? Я просто стрелку спал. А, это Аздоник, скорее всего, покашивали. Кто это? Так его же бот должен был удалиться или нет? Не знаю. Нет, удалился. Он удаляется один раз. Так он говорит, когда бот короче, покашивал, его взорвали вместе с этим. Ну, бот был, значит. Аздоник говорит, что бот удалил. Кто меня взорвал? Ну-ка, раз это подробнее. Шахид, типа. Аздоник, стрим смотри, там все есть. Моего не было, Паша. Взорвал? Я не знаю. Я уже, по-моему. Кто меня взорвал, объясни. Ты сидел в ФКшу, к тебе бомбы просто сзади подошли, подсунули, короче, убежали и взорвали. Аздоник, ты сидел в метре терминала? Кто? Я. ПЗ. ПЗ этого на бочонок с порохом, пущай полетаем. Бан ПЗ, короче, за что взрывает бомбу все. Да. В смысле? Врагов причем. Через 5 минут короче, еще не было не Аздоник, значит, пока стоял, потому что Евро был. Там был Евро и мой. У кого СВД был, короче? СВД был у Евро. А, ну это Евро был. Паша, я в конце пытался, захотел задвать через стекло сухода, но стекло не сдувается и меня... Вот сколько у тебя часов в армии, Спитер? 10. Далеко. Из окна, то он тебя убьет. Ну это арма, это тут. Это там хотя бы взрывная волна должна была. Так съема должна быть, что стекла не пробивается с помощью РПГ. Даже бронебойный, блин. А пулемет косит, если стреляет через это стекло. Ну зато с 350 метров попал прям в форточку. Там вы бы видели, какая там дырка. Это я видел. Там у меня, во-первых, окошечко. Маленькая, она такая узенькая, внизу крыша торчит этого дома. Вот эта вот плоская часть всего лишь у меня там есть. Я вот в нее попал, жесть, я не ожидал. Просто неожиданность. Да, мы там все, своих убивали. Да. Я так на право и налево, господи. Да. Ребят, что за ветер? А? Почему ветер, а не вишенка? Почему ветер? Ветер. А что не вишенка? Саша, все мимо. Кондешник, а как вы Белфаста захватили? Я ничего не захватывал. Она к вам приехала, что ли, или что? Приехала, остановилась, флэр по ней попал, всех убил. Она выбита была, у нее двигатель. Да, нет. Кто-то в нее сел, взорвался. У них на технике вообще какие-то психи, они, короче, просто катались кругами, там непонятно ничего делали. У них они, прям как новогодние игрушки яркие горели. Место кстати, а почему вот на наш СП не было меток вообще? Может, они пососили быстро и все? Ага, сзади шли добивали. Своих. Круто. Чё кто выиграл-то, ребят? Ну мы выиграли. Ну, атака, ты где? Че? Атака всех валила. Опа, да. Че вылетел. Пулеметчик мне оставьте, пожалуйста. Я чисто выкинул. Ой, всё. Чё-то странно. Паш. А может ПЗРКшку как-нибудь возьмет в 1-1-А? Каштан. Най-най-най-най. Спасибо. И так можете взять, просто боту ноги подстрелить, а не убивайте. Я просто там сидел, меня выкинул. Вот я ни одного бота не убил, я просто подстрелю ноги и на силу забираю.
Что за мобильное ПВО? 90-м кататься. Это что будет? Это БМП с жвучкой на ней поотточенной. Слишком круто. Считай, что это скрежет. Скрежет. Такой своеобразный, да? Да-да-да. Пойду гореть с каштаном. Нет, вообще имба на самом деле на этой миссии. Ой, а столк на этой миссии выживал непонятно как, когда ты стрелял вертолёт. А, кстати, чё я туплю? Два или три захода. Каштан, можешь это сбрать. Я умирал, снова воскрешался. Ты каштаны гонишь что-то сюда. Да просто. Ты как каштан потом... Я на зенитке посижу. Шкет какой-то, что так, ты гонишь. Так, товарищи одиночки. Давайте для баланса сходите за синих. Здесь одиночки. Так, там геймс одиночки, не знаю. Раз, два, три, там четыре. Там какой-то Марло, Какабу, что там, Кит. Марло, как может? Кто? Ну, Марло. У нас, да. Там атака, там интереснее будет. Да. Вон, чеки, брики. На вертолете полетаете, как американцы. Там вообще шикарно. Погодите. Ну, горят-то и здесь. А здесь сидеть надо в домах и... По сути, сидеть в домах. Все, больше вы ничего не увидите. Просто не потеряюсь. Я так в домах сидеть не буду. Ой. БМПшка в дом не влезет. Ну, почему? БМПшку рядом с домом поставил, дом ушел. Изи. Вход закрыл. Да. И дом ушел чай пить. Да. А Сдоник что ли это? А, нет, он пошел, понятно. Я его командиром ставил, а он ушел. Командира. Неблагодарный. Угу. У нас какой план будет? Конечно. Кому нужен план? Я вот не помню, здесь это, по-моему, миссию урезали же. Раньше два города было, ага. А сейчас один. Да. Ой, какая она обрезана, это стало. Кто да. Обрезан? Миссия. Ой, а куда мне становиться? Ой. Ты еще не занес вот? Нет, я про позицию свою. Я зушка. Меня же вертолет порешает. Это там где этот Артег и... Да-да-да, у вас. Да. Про золото, логуч. А у них этот... бронетехника была раньше? Да, у них что-то, по-моему, там кроме хамиков ничего не было. Ну, тогда ладно, я думал, тут лойер есть. У нас БМП не было, или была БТР, точнее. Не, БТР сейчас есть. Зато у них РПГ, у них там Барретт, по-моему, то есть там БЕ и САС вообще просто сейчас. Че для таких территорий Кобра слишком. Да ладно. А, это где мы с тобой нуклеар на Кобре еще летали, да? Да, там всю сторону поищали. Море, позор, да, вы плыли потом долго еще. Да. Только я плыл. Да, вот только я плыл. Там всю сторону поняли на вертолетах. Да. На высадке и так далее. Да, это было эпично. Вертолет еще наш военный так помог, боевой. Наш? Да, не смогу. Будет брифинг. Так не мы КСМ, Спитер же хотел, не? Мы даже земли не успели увидеть, как нас сбили. Питер, нет, мы на земле хотел. Были. Помнишь, мы полетели мы на земле не были. Мы нас над океаном сбили. А Спитер? Где мой обещанный план? Хотел планировать. А он, по-моему, Спитер КС? Где-то втыкает. Оооо. Можно ли вынуть? Да ладно, а чё тебе, господи, сиди в доме, какая разница. А БТР? Рандом пойдет? А БТР будет по кругу ездить постоянно, вот по этому кругу раньше. Ну, в общем, как вы решите, кто КС, там покните меня, я приду в штаб, окей, да? Классно. Что? Итак, кто у нас КС? Спитер. А бункер там что нужно сделать? Всё, Спитер. Взрывчатку. Женича. Спитер тут? Да.
Ты КС? КС. Да. Окей. Пришел, Спитер тут. Че, это живой? Бункер там открывается он. Нет, Питер, где план? Берешь и все просто будки, все просто, все лезут в бункер. Бункер? В одну будку, в один бункер. То, что он это, бетонный, в него залезть нельзя. Да. Это что за него? Берешь, взрываешь бункер. Он раз еще это есть, потому что доворос-то закрыт. Там когда мы в плане работы, прости. Какой ты говорун, а? Спитер врун. Я план сделаю, кэсить буду. А я миссию даже не смотрел, слушай. Ой, напиздел с три короба, как обычно. Конечно. Ну тогда мы перегоняем машины к бункеру, а в бункере внутри что-то, да, надо уничтожить? Его сам. Бункер надо взорвать, ящик надо взорвать. Предлагаю ящик заставить УАЗиками колес пострелять. Да, да, да. Как это когда-то делалось. Именно так, причем в бункер, наверное, да, все это поставить. А слушайте, а может мы ящики увезем, угоним в бункер и, в принципе, будем оборонять одну комнату? Он большой, нам... его не утащишь. Что такое дом, Аркадий? Пешком, ладно. Забей. Там, может, менюшка включена. Ящики? Ящики раньше таскались. Там ящик, он большой там такой. Много больших ящиков, одна текстура такая. Да, большой, типа большой. А можно их пошел выпустить или нет? То есть изменили, да, это? Ну, вообще, они подходят, пластик ставят, взрывают тут возле бункера и все, капец. Поэтому, да, вход. Будем надеяться, что они как ребят загораживаем. Меня однажды потеряют их в пусте просто. А что мешает, как сделать, сесть в... УАЗик, выйти с другой стороны, поставить пластик, сесть в УАЗик, выйти с другой стороны. Это слишком сложно. Да, это слишком. Смотря как будет стоять УАЗик. Может, он жопой будет. Я бы предложил оборонять тогда ящики. Давайте вы ящик обороняете, а НГ на 6 человек, мы возле бункера будем тусить с ПБС. Ну, давайте так. Как бы основная причина, почему ящики, потому что, наверное, с севера, северо-востока подойти к ним будет все-таки проблематичней. Открытая местность. Так, а где КВ писать? А КВ не надо. Чуть не надо. НГ хочет КВ. Пишите. Где хотите, за квадратом с правой стороны. Ой, справа. Краб, пошли ниже. У отстрела, как обычно, сотая частота. Нет, другая. Нет, другая уже. Давай 101. 100.0. 100.0, да. Надо что-то поменять. 100.0. Они заразные считаться будут? Как это работает? Спитер, куда БТР едет? Давай. Вот, какая частота? Он? У нас есть БТР 90 готовый? 70. Паша, они сами готовы? Говно от пулемёт. Кто? Пусть идут сливается. Атака. Топить поедет. Или бан. Так, то есть мы решили. Значит, НГ бункер, это НГ у нас Чарли или что там у нас? Или Альфа? АДВ какая? Они на Эхо Браво. Угу. Там Эхо Браво размещается. А, вообще-то не знаю, какие НГшники. А что-то я не понял, а Чарли, Дик, НД, Краб и Флар, они там... Это что, это техника? Это снайперская какая-то... группа. Снайперская группа. Ну им тогда в гору лучше залезть куда-нибудь. Я помню, я шлялся со снайперской группой там. А вопрос можно? Можно. А чё у них за картошка? Кобра. Кобра. С теплоком? Без. Без. Она древняя, у неё даже пиковки нет. Типом без пиковки, да? Да, пиковки нет. Кто у них там летает, если кто? И чувака Барн. С этим, нет? Стрелой, или там у нас что будет? Лучше к этой, к снайперской паре у нас даже. Я с ними гулял тогда, я по мне вертолёт раза три заходил. Я помню. Ну вот я поэтому и говорю, с горы. Можно, конечно, из города долбануть в лоб ему. Как вариант. В общем, снайперы, вы решите, куда пойти.
главной зоны не выйти, там будет плохо. Вер, ты куда поедешь? Че? А ты куда поедешь? По ситуации. А Банзай у нас кто там? Водитель. Тоже, кажется, этот. Водитель. Отличное оружие. Ну все, мы готовы же? Да, там надо будет по ситуации смотреть. Да. Какой план, чем-то? Все занимаем дом Аркадия? Да. Прекрасный день, чтобы набрать им задницу. Слушал, пока сидел за да. Прекрасный день, чтобы занести пару пиндов. Вот, все, берем бункер, залазим в него и взрываем. Блин, все, закрыли бункер. МПХу подогнали бы сюда и все. Она же с этим, с подрывом БК, она там... Ой, сама детонирует. Можете... Да. Это... стоп, Спитер, дайте мне калашик с него какой-нибудь. Вот, еще один рядом. Дайте мне с него калашик. А то я... это другой отряд, я не могу вытащить. Ты прикольно. Нет, тоже дайте что-нибудь, плиз. Ну, понятно. Меняю на асфал. Меняю что угодно на асфал, кроме ксюхи. Беру, да? Это мы убили. Всё. Да, услышал. Всё, спасибо, я поехал. У тебя патроны уже есть? Да. А скин с него содрать можно? Ладно. Я бы с него еще шмотки снял. А то тут, блин, вообще нет ничего, ни карманов, ни хрена, блин. О, два додика снял. А где снайперская группа? Где-то. Ушла уже, наверное. Каноска вышка, споты. Сложно. Сложно. Прием, прием. Так, ну что, да, слышно. Ну что, идем на это, на... Да. А как она там? Хэмда идти? Взять себе из этого. Ой, не хэмда, блин, пикап. А, медицина же есть? Да, да, медицина надо взять. Я чё тут за... Слот такой ебанутый. Сильно? Два слота под медицину. Uh-huh. И 4 слота под магазины. Больше ничего uh-huh. нельзя. Все, идем на этот хрон, или как он там называется. А ящики. Да. Нарей. До свидания. А у вас бинокля лишнего нет? Да у нас откуда? Не лишнего. А, все, я забрался. Нет, все не надо. Какой что дальше? Все время забываешь, что на север, надо... север, восток. Банзай. Ты далеко поехал? На горку. А, ну меточку дашь на себя, да? Да. Ну ни хрена ты зарядился. Ничего не знаю. Слушай, ты как будешь из люка? Он будет подставлять ее. Да. Чё за мутант? Человек отряд. У нас тут, кстати, еще есть боты, и на них еще что-то есть. ПКМ есть, клево. Ленты позаимствую. Так, все сидят. Как их вот? Убивать что ли надо? Ну, бессознательное состояние. Если завести, можно облутать. Какие-то МНГ. Кабан, у них вообще качество-то. Есть. У кого? Снайперской пары, там краны, флайеры. Должны нарисовать. Я его при этом скинуть усоюсь, ну ладно.
даже бинокля нет, толковый, ребят. А чё, Датсон, и чё мы с ним будем делать? Блин, GPS нет, главное, за зону не уйти. Тот отталкивающий, ты ригдали вскрывающий. Сходи, проверь. На слово. Я и бегу. Предлагаю вот что сделать. Перетащить эти медицинские ящики, поставить перед дверьми, чтобы туда не зайти было. И... Я, да, да, и вокруг при этом прокрывать. Хотя бы с главного входа закрыть. Маленькую дверцу мы не закроем. Подожди, а это кто? А, стой, не ставь, не ставь. Стоп, стоп. Так. Все вот так. Не работает так. Че? А, застрял. Попал вниз. Да. А чё, мешает зайти? Очень сильно работает. Да. Она сломалась. Цветочка. А УАЗика нету, да? Да. Ну, в общем, здесь... О, здесь вариант... работает. Вот я сейчас нашел здесь место, вот от этой будки на 310 на лесенке подняться, если спина закрыта, и все просматривается, абсолютно все. Откуда? Ну вот я сижу сейчас на лесенке. А, вижу. Мне со СВД куда пойти лучше? Ну так, чтобы подход к вот этой будке можно было хорошо просмотреть. Желательно улицы прям вот просматривать. Это у нас улица сейчас не прикрыта, на севере у нас улица не прикрыта. Пулеметчик лучше закроет эту улицу от будки. Вот сейчас здесь сидит человек наш, я не знаю, кто там сидит. Чики-брики сидит. Пулеметчик куда? Да, выбирайте позицию. Пулеметчик, чтобы не открытая территория была нормальная. Видно. Может быть, даже где-то север. Северную часть нужно прикрыть. То есть дорога вот эта вот с северной стороны. Ты можешь, кстати, вот здесь кусты в кустах залечь. В кустах. Прям ляг, ложишься в кусты, и тебя не видно. Вообще не видно, да. О, шикарно. Если что, можешь откатиться вправо за бетонное основание, спрятаться и... Пускает. Ну, за бетонным основанием можно скрыться. Смотри, пожалуйста, на восток. Отбеги, не надо. Во-во, хорошо, и на восток меня видно? Где ты? А, видно, да. Ну, не сильно, чтоб прям так видно, но в итоге все равно будет тебе плюс. Ну вот если не сложно, но могут увидеть глазастые наши, молодые. Не пьющие игроки. Картошка. Да. Зуха. Что-то дальняя сторона появляется. Слушай, ты можешь... Да, ты снайпер, да? Там три дома куда. А вот наверху дом вот этот. Там заборчик мешать будет, наверное. Ну я на него смотрю. На юге, но... на юге есть еще какое-то здание. А ну там выше нормальный офис. Да. Единственное, тебе вот дом у нас здесь на 240. Ну опять же, ты просматривать с него сможешь склон вот этот на 50, на 60 за городом. Это уже кто? Это Зуха уже. Сейчас я сбегаю, посмотрю. У нас сколько времени? Уже нет. Смотри, с этой позиции склон виден. Вот этот за нами, который на 60. Вся практически гора. С 60, с 40 по 120 вся видна. Кто вылезет, ты можешь накрыть. Я нашел позицию. Хорошо.
Я тогда здесь останусь в этом доме, как раз замечательно здесь. На себя метки дадите. Пехота на берегу БТР отрабатывает. Около шести пехоты там на берегу до долгих дворе. Так, здесь на крыше нельзя подняться. Ну, некоторые дома могут быть открыты, можно подняться вот. Но не во всех. Да нет, все закрыты. Если пойдешь, это кирпичный такой серый дом, на нем можно подняться. На западе вертушка. На запад. Или я ошибся? Нет, нельзя. Что там нашел снайпер? Там все-таки пойду на холм тот, с которого не очень понял. Здесь еще панзай рядом. Да, и вертушка летит. Сместился, сместился, метку обновил. Пулеметчик, я твою правую сторону вижу, просматриваю к тебе с правой стороны, через кусты никто не подойдет. Пуск. Был. По вертушке или по кому? По вертушке. Попал, нет? Не наблюдал. Надеюсь, не видно не было. Пока позицию искал, где-то пока я чувствую. Похоже по нашей зушке. Еще один. Это вертушка что ли пускает? Не знаю, но зушка уже нету. Че? Да, вот только с ними разговаривал, их сразу вышел.
Это с кем? Бонзай, да? Надеюсь, триггер отталкивающий. Ой, как я надеюсь. А ты в гору лезешь? Ничего нет, кроме брачного. Могу попытаться обогнуть за склон. Попытаться нет? Нет, нет, нет. Принято. Свою позицию постарайся не выдавать, лучше это докладывать, что видишь. Я ничего не вижу, я слышу, но прямо за склоном от меня. Тут метка на меня стоит. Хотя может быть и не там. Тебе сложно по горе ориентировать. Вроде вот так по зиму, то есть определиться. Взяли на вооружение технику спидера. Кстати, нет. Кстати, когда я лагаю, меня убивают. Во время лага меня могут убить, я проверял. Я летел, залагал, меня взорвали, и я уже все дохнул. Угу. Поэтому во время телепортирования, когда меня телепортируют. Где снайперская группа, вообще не понимаю. Проверь, там они находятся или... Тут на доме табличка Sun Mans. Такая помесь Samsung с Siemens. Даже с воды, если захочешь. Все очень плохо.
бегает? СП, это снайперская группа или враги? Где бегает? Тут возле меня, тут камни. А ты где? Метка стоит. Тут не вижу метку твою. А, ну неизвестно, там может быть СП, снайперская группа бегает. Он там бегает, я разрешал вообще там бегать. Ну они метку сюда поставили. А может быть и не они, да? Неизвестно. На связь, выйди с ними. А у них есть кого? Ну, вероятно, есть, только мы ее не знаем. И ГП летят к нам, к этому, к бункеру. А, вот это же не бункер. С ними на связь выйди. Сейчас. Пусть КВшку нарисуют хотя бы. Как-то камни просто не очень точно отображаются. На севере как раз вижу снайпера, сейчас побегу. Че ты видишь, снайпера? Да. Друга своего? Нет, это свой снайпер, свой.
Слышим тебя. Репит, ПЗ, прием. Слышим тебя. Ну, у снайперской группы спросил, частота у них 150 частота. И, короче, могу... Да-да. Могу, короче, не знаю, мне попробовать витушку сбить или нет, могу подняться на холм. А может она прям на тебя смотрит? Я вот этого не знаю, поэтому попробовать или нет? Ну, а мы-то откуда знаем? Лучше не надо. Она пройдет над тобой, ты их хвост выстрелишь. МГ, как у вас дома? Все хорошо. Приходим в гости. Понятно. Противника видели? Нет, мы не желаем высовываться. Там немножко летает так. А, понятно. Надо пойти подарить отстрел в кроссовке. У вас целый набор, да? Вы метки ставите, будете, кто там? Кто там? Ну, отстрел, кто в обороне? Метки будете ставить? Мы поставили уже на себя. Метки даримся. Ну, а как? Мы не видим через стены. Да. Вон там метка Warrior BTR. А чё за синяя метка Warrior такая? Я не вижу. Информация. А, всё, вижу. Вероятно, где-то в районе спитера за горой вертушка закрутится, и всё. Это известно, что такое. Вау, сейчас вертушка на раме работает на севере. Да. По снайперам отрабатывает, я так понял. У них, кстати, 150-я частота. Живой, нет? Спитер жив? Я живой, живой, живой. Сейчас в бачок я хорошо бракету зарядить и все. Бля, ее видно, Спитер, азимут 3. Прям охуенно вообще, рядом она не успеет среагировать. Даже если лагают. Ну сбей её, ну. Ты сейчас сдохнешь и не сможешь отработать. Она на вас идет, по-моему. Уходит на север. Нет, на нас, на нас идет. Вертушка на нас идет. На нас, на нас. Спитер там живой еще? Да. Да. Ну, у меня два раза попали. Нет, развернулась, уходит за гору. Я кажется, она сейчас его будет валить. Вероятно. Вертушка дико лагает. Уже три раза попали по мне, зовут. А лог сбрасывается. Как я еще жив описал? ГПшки у нас какие-то. Как-то не очень играть с ушкой в догонялки и прятки. Ой, с ушкой с коврой. По мне уже 4 раза попали, я еще живу. Тебе не впервые. Так я не понимаю, что я вокруг камня бегаю и прячусь. Я понимаю. Блин, камень просто на горе. Бежать от него это самоубийство, не потом. Еще получил. Она ногу. Висит, она вот сейчас висит просто, вот ты ее можешь прям в хвост залететь. Разворачивать. Вот она мне жопа, все. Я живой! Попал по коблеску СВК. Молодец. Это, смотри, я что думаю, если они так активно прочесывают, наверное, здесь пехота пойдет.
Наверное, блядь. Я походу спалился, сейчас по мне будут работать. Она съебалась сейчас по. Там КНД из КСВК по Кубре пополнил. Спитер? Спитер? На 320 она прям рядом с городом. Слушай, Петя, она же даже ловушки не пускает. Бил бы ты ее, а? Сейчас Кобра работает по городу, все внимание у нее на город, поэтому вы можете попробовать взять ПЗРК. Ты понял, где сейчас были все разрывы? Ладно, например, скажи. Кобра переключилась на город. Кобра к нам летит. Теперь она к вам, по-моему, летит. Крэп, все, минус. По вам долбит, по вам, по вам. Походу наших снайперов того. Так считать. Ну. Нам еще минут 45 держать. Да, нормально. Душка на север уходит. Заворот делают. Сидим, не светимся. Стреляют по ящику стреляют. Не задей. По-моему, уже тебя убили.
Теоретически, да. Я пошугаю, чтоб не было так спокойно. Сейчас бы ПКМ взять бы с пулеметчика и по ней отработать. О, отделение идет к нам. Откуда? 280. С моей точки. Запад. Сможешь принять? Постараюсь. Сколько? Или мне подойти к тебе? Сколько человек? А, человек 4 точно. Попробую ПКМ снять с нашего убиенного. Не смогу кобра это. Взорвали там. НГ взорвали, да? Наверное. НГ, это вас там взорвали? Ну, машинки наши рвут, а так все нормально. Понял. Машинки взорвали. Машинки. Машинки просто взорвали. Пойду заберу ПКМ сейчас. Быстренько. Паш, там же опасно. Мне опаснее, чем здесь. Понял, пока им забрал, возвращаюсь. Все, пока им у нас. Буду шалить. Походу она поняла, где я. Паша? Живу.
меня морфин весь куда-то делся. По НГ контакта нет, кроме поста. Там еще оперативка что-то с севера идет. С севера? Нет, нет, копейки севернее их не видно. Обе живой? Да по нему там долбили, так что скорее всего нет. Там, видимо, как раз вот эти четыре человека, которых мы говорили. Паш, ты раненый? Да. Сейчас полностью включусь. Даже я слышу. Вроде полностью полечился. Во фланг зайти? Давай резерв. На резерве, на резерве. Ага. Я думаю, сейчас обойти это по кругу через. Через юг? Через НГ? Вертушка идет. Да, может город пройти. Ну давай. Бросаем эту точку. Сейчас с НГ слышу. Я боюсь, последние остались, если мы сейчас вылезем, нас это покосит. Да, я тоже про это. Давай ты останься, а я попробую обойду через. Ну давай. Тут уже стреляет. Понял, встает. Еще другое место. Здесь небезопасно, но скрыто. Да, он на себя метку. Он точно произошел? Произошел сейчас.
меня как увидели? Кто-нибудь понял? Или это я прибежал, меня увидели? Слоник катается. Слоник? Ага. Ну, не было до этого, или он только по звонку? Ну, в пене эту миссию, эту вертушку сбить, да? Раз через разбивали два. Ее, господи. Ну, раз через два, ну. Зона надо, была маленькая, она загорает, прячется. Как я бегал вокруг камня, она по ней столько таких... Ну, блин, знаю, у Кобды, у нее поводок башни, он очень большой, у нее дело сыграл за поводок, и просто он развернулся и тут же меня убил. Надо крайне хитро ее уловить, чтобы ее сбить, ну, либо на Кобды нужны вы. Ну, значит, здесь убрать надо ограничение на зону выхода обороны, но запретить, как есть, в принципе, наверное, запрет на вход в респу в зоне красно-синих. Может, Little Bird дать атакующие, там, гранары, миниганы, все дела? Я просто не было GPS, я не знал, где зона, где нет, просто я боялся закрыть, Ее поэтому надо было взрывать, или когда она еще только сначала летала, стреляла. Смолев мозг, и ждать. Взорвали ее, щиты. Тоже стану. Просто щитом оружие свое выкидывал. Я, ну, вдруг понадобится. Я думаю, ты воду притворяешься. Да. А что там Алдоник вообще? Да, он после завода сейчас у него как вот. Алдоник всю первую миссию вылетал. Говно, это все. Теперь я ему говорить, спектр... а я ему. Да. Ты в спектаторе на первой миссии был? Да. Погоди, был очень вопрос. Ну, был, да? Да, нет, я уже был под конец с вами. Когда я решил сходу задавать ящик через стекло, с тобой не пробилось. Ну ладно, под конец там много еще этих красных. Своих долбит кобра. А, это бункер. Что-то вообще непонятно. Куда наши все держатся? Да, такая, убила, такая шабла синих. Не, у меня такое ощущение, что у нас вообще всего 5 человек убили. И... Я даже не успел буду подняться. Хотя бы что. Просто пешком не успеваешь, на машине успеешь и пешком делать. Почини лоб на шоу. А кто на кобре летает? А, я ну понятно. Он стреляет. Какой интересный скин и оружие у Йоды. А чё они там? Так Йода, Сабер, Рэма. Ну да. Это, типа, и Сайвен, в ушанке, и в ушанке. Картодел, хороший. Не близко, включить в магазине, два слота под бинты. А Йода стреляет уже. Чего, полифайр у них? Да, больше тимкилы, богу тимкила. Сабер кончился. Я так понимаю, меня свои смастили, да? Чё, ДРМ кончился, смотрю. Да ну нахер, блядь. И с одной крайности сделали в другую. Не, честно, миссия опять в топку. Сразу.
Ну я кого там. Начиная от сломанных слотов и так далее. Лякс. Самое что интересно, что мы поменяли уже, я не знаю, сколько. Давно. Ну а нафиг тогда ее ставить? Мы ее играли, и все нормально было, то есть. В принципе, все нормально было, один к одному. Вполне играбельная. Да, атака да, тоже. Да. Ой, я брал, снова слился. Просто тогда вертушка так много не летала. Сразу, да, да, ее сбивали очень быстро. Была пешая какая-то война. Значит, побольше. Те, кто пытался сбить чертушку, ну бы голимая. Кто-то в самом начале по ним выстрелил. Не, ну я уже сам разбил. Может ты ее инвестиратор был? Плохие. Ну летал, снова вертушку еще сбить может. Ну да, она без пистолета летала сразу. 15 мог летать и ничего не делал, да? А чё вы? Блин, дали тебе? О, а чё Friendly Fire? Да, Брайтс, получил, да. Да тут тушка только пехоту косит, блин. Нет, а чё на вас на горе стоял вообще без действия? Стрелка убили в самом начале. Никто не занял. Знаете, две штуки. Она мне БГ продавала, продала. Ё да, молодец. Как ты хрен усмотрел вообще такой ход? А в домик ты бежал, как я понял? Не, сейчас ему вляпают. Йоди? Я утопил ворона, пока он не взорвал. Давай. Ой, молодец, у него ствол хороший, вообще отличный. Да, вообще ваншотный практически. Вокруг сейчас столько трупов собрал. Да, скилл. А что там, влези там. Как Паша в окошко упал, да? О, а что это Йода М416? Патроны кончились. Ему показалось, да, просто. Да, да, патроны кончились. У нас сломанные слоты. Учтите. Еще один бежит. Гранат нет, 24 магазина. А они по 10 патронов каждый. Дверь закрыл. А что защита? Ворон, что? А, он. Сейчас дверь так открывается и на в голову. А, не, он решил с другой стороны. Да? Ух ты! Че, я его тоже убил? Да. А че это не взрывался? Мы с коброй и с этим просто пиляли. А, он защита стоит. Нехер вообще. С коброй тут решили. Последний был. Парочку. Сколько там я от вас бегал вокруг камня? Вы мне ракеты меньше, чем. Долго это... Я, короче, прохожу с пулеметом. Ну да, вроде его накрыл, короче, там это все в дыму. 5 раз был, я был рад. Нет, ты просто оттуда выбегаешь куда-то в сторону, убегаешь, ну ты чё-то... Так я вокруг камня, короче, бегал. Нарами, короче, накрыли. Так надо мне было вообще пофиг, они все в камень прилетели. Меня уже убило то, что я ПЗК достал. Блин, я, знаешь, на вас навожусь, во мне стрелять, и ПЗК один, все, а вот слетело. Так, а как ты провел шлепер кого-то? Да я, блядь, только, короче, перевязался, думал как раз таки за кровать туда зайти, ну только да, зашел, да. И он поднялся по лестнице. Зря сейчас, наверное, этот флайер ведет. Ой, это там аудитория, что ли, с КСВК, с столько километров убьет? Да, сколько надо вот эту фигню взорвать? Да. А там взрывчатку, культура, и кобра, и взрывчатку подошел. Да, кобра там не действует, там стоит спиня защита. Чтобы всякие ребята не взрывались все скопы. Можно ящик задавать скопы и это взрывать. Наверное, открыть ворота надо, поставить взрывчатку и взорвать. Не открываем. Просто по фуэр остался утра. Да. Тактикум от КНД. Да, я остался. На него бежит, кстати. Бежит. И выбежал практически. Вышел. Но не добежал. Да. Ну, Терц, я точно знаю, как он там. Как
ходу, у тебя до сих пор женский скин, да? А чё это за граната? Вот это фейл. Чего? Курсы, на это, курсы бегают. Ай, ай, ай. Всё. Задвали, что ли? Да. 37-й мне отомстил. Они задвали, да? Да. Сейчас что за карты? Сейчас какая-то новая корейская война. И мы за атаку, да? Да, мы за атаку. Наверное, да. Я не понял, Мольборг за вас, а почему он типа как свой засчитался? Не знаю. Ворон, ты за кого? Ты же за синих был? Я за синих был. В смысле не занимал если ты в самом начале? Зеленый в атаке? Кто с зелеными? НГшники, хотите быть зелеными? Что ты занимал место, ты в самом начале? Что ты за счет? Так, здесь атака у нас отстрел МГ. Следовательно, зеленая, значит, у нас... НГшники, вы не хотите быть зелеными? Спитер, давай это не за них. Кого не за них? Давай за КНДР. Какая КНДР? Красный. 1-1 Б давай. А ой. Можно я в танк красным пойду? Да, пожалуйста. Главное, чтобы в атаке было больше, чем в обороне. Так это в атаке, красный же в атаке. Все, я да. Там Паша ко мне пришел на хлеб. Паша, я Паша, автор этой миссии. Сейчас тестово запустить карту и сразу. Паша, шалун. Новая. Паша, шалун. Ворон, почему сейчас такие лагучие? А что сделать? Он хотел санитар, что ли, блять? Паша, иди сядь за старшего стрелка, сядь и всё. Я взял, значит, вражеские рации. Да. Паша, ну где-то полевёт на правый пол. Я возьму ПМ и буду шалить. Сердце, но патрона... А чё тут за самолёты? Этот, Аэрокобра и Тандерболт. P-47, который... А репит сменил отряд? Да, кстати, зрайдник. Паша. Шалил? Окей. Ворон, почему я не взял вражескую рацию и слышу, как он шалить будет. Ворон, там он 2. Я, Ворон. Взял, я возьму вражеский этот твой. Он 2. Сниму с нашего бойца ПКМ и пошалю маленько. А, ребят, вы серьезно хотите, чтобы был командиром отделения? Репит, сядьте быстро. Не, командир отделения появится. Мой видос нет, будет. Понимаешь, просто, по сути, следующий круг команды, вот как я. По комнатам. По комнатам. Когда его пожалуй, зеленых закрою. Ой, все. Какой тебе стать? Репит, сядь за командира, репит. Зачем? Там АКМ, там АКМ. Это чтобы я не командовал, понимаешь? Просто следующий идет после борта. Ну я вообще-то шел. Боишься. Все, да, я ты отряд сменил? Нет. Да он нет. А зеленым идти куда? Атака. А файл не там отредактировал. А. Ветер. Вайер там Ан-2. Ветерок. Что там? Ан-2. Нормальный самолет. Типа прыгать с него? Да. Ну так круто. Все танцуют, а пилот вообще. Только может сидеть? Да, кто угодно, я просто не знал, как это этого назвать. Кстати, а триггер там какой? Для нас он выталкивающий, но на ГРУ он не действует. Исключение. А это вот та самая миссия, что ли? Это новая. Это вот та, где ты делал, что ли? Это новая. Давно. Сейчас я уже. Понял. Это новая. Все, кому хочет. Да я понял. По-моему, ты... Так. Делал уже какую-то миссию подобную, да? Ну, по кубу. Я типа ГРУ тоже. Нет, такого не было у меня. Не было? Не было. А кто-то с кем-то мы что-то делали этот триггер, чтобы типа одни могли выбежать, а другие не могли. Ну так, наверное, со мной. Но у тебя тогда было, что их убивало взрывом. Не выталкивало. Не-не-не, этого не было. Проблема была в другом, что на технику странным образом действовал. Даже Паша не смог разобраться. Альфу никто не занял. Атаки побольше надо. Ой, по обороне. Согласен. У них там, блин, половина отделения только забитая и танк.
леса здесь. Весь САС ушел. Там прайс один остался. А мне в этой миссии 37-й там стил. Да? Я тебя что ли ебнул? Да-да-да. А, ты командиром был? Нет, по-моему, я не помню. Но от тебя прилетело. У тебя командирская была. Возможно, я не помню. Ты там у забора на кладбище кондюхал? Да-да-да-да-да. А, так ты командир, походу, был? У тебя кепка-то командирская была? А я так душевно по телефону поболтал. Ну, все вроде, что мы ждем. Паша. Так, я тут. Паша. Все, я тут. Что там хотели? Выпускай. А, все уже? Паша, спаси. Ага. И сохрани. Ты же меня пидманула, ты же меня пидбила. Ребят, курить отходил кто-то. Меня толкал курить. И как оно? Отлично. Четко вообще. А я обжегся картошечкой горячей. Ты сам как-то картошку схоробаешь. Небушка обжег? Да, небушка обжег картошкой. В бундире. Печаль, беда. Я это загорел, потому что надо меньше жрать. Ха. Если я не буду кушать, я похудею. И расстроится Аздоник, да? Я не смогу глощать все резко. Если Спитер не будет кушать... Спутник потеряет орбиту. Его тело спидер не будет спидером, понимаешь? Да. Орбита пропадет. Земля от меня отойдет, когда еще в космос. Земля только на мне держится, и все. Понятно. Думаете, у нас спутник Земли? Нет. Это мой спутник. Отдельная рамка для частот. Да. Культура создания миссии, да? Появиваю. Правильно. А где рамка? Где рамка? Ну, отдали. На западе. От а, вон, частоты. Чтобы бы генерировал сразу маркеры с частотами. Да. Ну, тогда частоты, что ли, не работают или не? Погодите, ребята, мне ставится, нет? Генерировал. А, в смысле это? Нормально, ломаем систему, все. Генетическим Рай. Алгоритмом. Кому нужны эти вообще? Кому нужны частоты? Кому нужны рамка? Так, идем через Крозов, значит. Ну, Клейдовская комиссия, да? Мы там почти спавнимся. Ну, Клей, где ты спрятал 4, так 50 СД? Нет. А почему мы атакуем с юга? Ну, господи, не было нормального места другого. ППШ-41. А в игре какой год вообще? 55-й, наверное, где-то так. Спавн. А враги тогда с чем? Ну, вслух учились. Аналогично, аналогично. Танк 3-4, 85, 84. Бульдогами там. Солянка. На тракторном заводе атакуем с ППШ, а барона там бульдогами там, с пулеметами. Ну, Клир. Да. А зеленые они вообще смогут... Кстати, с красными. Ой, наоборот, красные. На зеленых-то игр не действует. Нет, короче, ура! ГРУ по ДВ сможет с этими? Да нет, не знаю, нет, наверное. Зачем мне ДВ тогда командировать? Ну, они вроде одинаковые. Считай, ДВшки. Короче, то, что ДВшки одинаковые. ДВшки одинаковые, по-моему, поэтому должны работать. Так частоты разные. Ни хрена себе, где ГРУ стартует. Ну там на самолете нормально. И пилот. Ну ладно. Ворон, хочешь быть пилотом? АМ-2? Нет. А что такая тотальная вся отрисовка 500? Ну, ладно, лучше, кстати. 100 метров? Ладно, я буду нормально. Только чуры кубеху не забирайте. Там равнина просто, мне не понравилось. А нахрена тогда танк на 500 метрах? Ну, давить.
За маму и двор давлю. А у них там, знаешь, у тебя просто снарядов нет, у них РПГ. Хотя нет, я не смогу этим быть, у меня РПГ выпадет. Итак, какой у нас план? Пошел, увидел, план, победил. План хороший, дорогой. Да. За 5 рублей? Нет. За 2 жвачки с наклейкой. Так, у нас сколько отделений вообще? Начнем с этого. 2 нормальных отделения, да? Так я понял. И ГРУ. Это Чарли и Браво. А где там ГРУшники? Это ничего вообще. Паш, смотри. Линии параллельные идти и всё. А чё ГРУшники в своей комнате зелёные вообще? Сейчас. Да пусть тут будет, отстань ты от них. Ну, мы можем уйти. Спитер, заткнись. Бессердечные ублюдки. Это ты для нас рисуешь? Да. ТП, это Дегтярёв. А вторая группа как? Да. Что вторая? А, вторая ответвление, понял. Так, а нам два. Это, у него никакого GPS не будет, да? 55-й год, извини. А будет поддержка артиллерии? Потеряемся. В этот раз нет. О, американцев фугасы будут? Встань. А чё это за красный маркер и синий маркер? Фу, нереализм. Какой красный и синий? Ну вот заштрихованная такая, загогулина через полкарты красная. Почитай это общую информацию. Синим типа нельзя. А где она, общая информация? Репит, а если сделать вот как? По дороге погнать танк, я думаю, а слева-справа мы с интервалом от танка, скажем, метров 200 держимся, слева и справа, два отделения. То есть одно получается практически по берегу будет, а другое на уровне вот домов. Ты имеешь в виду вот так двигаться, и вот так двигаться? Да, по центру по дороге танк едет. Значит, ГРУ может высадиться даже на севере где-нибудь от зоны? Я думаю, вообще по берегу пустить, но нам нужно 2-3 человека пустить вдоль берега просто. Мы можем вообще по берегу поехать, танк, пехота пойдет, вообще шикарно там. Во-первых, склон вниз, танк в склоне спрячется. Но мы это, пехота видишь, тоже в склон спрячется. Дело. Мы вообще тогда не наблюдаем вообще ничего. Корпус ну, а, значит, одно отделение пойдет вдоль дороги, другое по берегу. Нет, задачи, кстати, все почитайте. Задачи. 3 цели. Ну, уничтожить все, что там есть. А уничтожить можно взорвать только этой бомбой или можно с танка расстрелять? Можно даже из автомата. Ну, кроме радара. Мы как медового хора. Да. Но там много выпустить надо. Чё, есть штаб какой-нибудь, не? Ну, уже обсуждаем. Обсуждаем, да. НГ куда-нибудь отправляйте, мы там в одиночку потусуем на 6 человек. НГ вы будете у нас с группой разведки. Такие крутые перцы. Можно пойдете... мы бог где-нибудь попозже вас зайдем, а? Вот, вы пойдете не попозже, а вы вот прям пойдете чуть впереди, вот по синей линии. Не, пусть сзади идут, Паша, и танк толкают, будем топливо экономить. Нет, сзади танк будет как заградотряд идти. А, может, там мы как заградотряд для танка будем? А вы с танком если пойдете? Если танк разворачивается, по танку стреляйте. Будем бегать вокруг танка, раут водить. Вы вот по зеленой метке дойдете до кустов, до этих, и потом к вам подтянется танк с перекрестка. Так, где, подожди. Как нам куда идти? Еще раз. А, для НГ он... еще раз метку нарисуй. Сейчас нарисуемся. Кругова матка, я продолжу. Что это за синяя линия? Что она вообще делает? Ограничение и общая информация. Учись там... читать. Я подсчитал, что у них за синий круг не мог выходить. Пешие идут не по дороге, а танк потом выкатывают на дорогу. Еще есть ЗУшка, ее необходимо занять. Грузовик с ЗУшкой есть. Точно, грузовик с ЗУшкой. Ну, блин, что это делает синяя линия? Ну, пускай грузовик с ЗУшкой едет с танком тоже. Он хотя бы визуально лучше видит. Он не в коробке сидит, а что-то видит.
Вот они две техники будут отсекать, да. И есть БТР с пулеметами. Немецкий БТР. НГ идет как разведка, правильно я понял? До... И самолет уже у нас еще есть. НГ идет разведка и глаза. Идет там вдоль зеленки этой, да, то есть в сторону укрепления. Ну, вот по белой дороги, линии, да. Да. Ну, по левой стороне дороги, по зеленке. А, при этом у них основной взор, в принципе, направлен вперед и вправо. Точнее, влево. Да, мать! Я остался. Вот. А, танк и ЗУ, они, собственно говоря, смотрят вперед и вправо. То есть, ну, все, что справа от дороги себе okay, присматривает. Синей линии, нам что делать? Мы можем убегать? Вы можете укрепление драть. Спитер. Заткните свою собаку. Это Спитер. Может, это Спитер. Блять, это пиздец. Спитер лично это делает. Это совершилось, товарищ. Да, Паш, перекинь мне этого крикуна просто в другую комнату и все. Ты там квакай. Спитера? Ну да, видимо. Все нормально, все нормально. ГРО у вас рандомно прыгать будет? Договоритесь. ГРУ. Они вообще можно где угодно. Что это такое было? За что? Тебя бабушка лает. Какая бабушка лает? Я один. Заткнитесь. Дедушка. Да, у нас времени мало. Говорят, даже не знаю, куда ГРУ послать. Но пускай ГРУ тогда. Вообще они в тыл зайдут, штаб Сьюз. Мы штаб куда? Просто зачистим. Куда? Ну севера, куда в тыл? Да. Они не могут закрас... А, могут же. Могут. Да, да, все, тогда да, тогда да. Тогда пусть заходите в тыл со стороны, вот, может, Кармена, вот тут оттуда. Смотри, как пусть делают. Они пусть по дороге от Грозола до Бригана. Пусть срежут. Они же летят на Ан-2. Да? Да. Они пускай десантируются где-то в районе Кармен. Ну да, ему заходят с севера. И заходят с севера, там гора, там вам взор-то получше будет. Ну, Пира, мы прыгать можем? А ДВ есть, нет? ДВ дайте. ДВ есть. Вот. Так, остальные там отстрел пойдет берегом. Вот. Понял, НГ, да? То есть у НГ как бы смотреть, чтобы к нам сверху никто на берег не зашел, да. Разведка. Да, вы, в принципе, всей своей силой работаете на укреплении мощи. Подожди, мы движемся вместе с танком вдоль дороги впереди. И за ухой. А вы движетесь по берегу, да? Обходите на ремпункт. А да, мы да, да. Укрепление. Да, отштурмовали укрепление, дальше, собственно говоря, будете стягиваться. Там и уже будет война, там особо не... Кто Зушку возьмет? Зушку кто берет? Желательно там, чтобы был экипаж полный, то есть водитель и стрелок были, потому что у них самолет, у нас, конечно, тоже самолет, но не факт, что самолет убьет. Скорее всего, самолеты будут летать, наш их поливает огнем, а их наш будет поливать. То есть, а у них что, руки вольфы будут? А они у нас кто, американцы же, да? Или кто? У них Thunderbolt. У них этот Thunderbolt с дикой пушкой, просто пехота-косилка натурально. Так что, надеюсь, рядом с техникой вы не будете бегать. Да. Пехота. Надеюсь, кобра не вниз. Такая, как в этом дэкфайте. Она много. И там на дэкфайте она летала чуть менее, чем никак. У нас есть душка. Для таких самолетов. Летает она одинаково, как и американский самолет, поэтому у них одинаковая полетная модель. Так, НГ. Здесь, да? Что они за буду отдельно метка? Сидят. Они тут пойдут, метку кто-то поставил. А, они отдельно пошли. Там метка, видите, на синей линии, они тут пойдут. Кто это? Там, кстати, сами пункты есть огневая точка, и берег просто идеально простреливается. Ну, я надеюсь, к тому моменту ремпункт уже танк и изушка как-нибудь покарает. Ну, ладно. Эмпункт находится в баре, на складе, там есть большой ящик, его надо взорвать. И лучше отойти, там будет бахать очень сильно. Спецэффекты присутствуют. Понятно. Все поняли? Или кто-то что-то не понял? Зушку понял, кто занял, или там вообще не решали еще? Решали? Что у нас по этим, по отрядам? А у нас вот Вествуд и Хаттаб, Хёрд. Вы, да, к чему? А, там, да, там был человек.
когда там 4. На самолете, да. Ну давай в конце концов я возьму Зушку, там водилу сяду. Мне с рука дадите кто-нибудь. Сейчас, подожди, я давно. Если смысл нам разделяться так сильно, или в принципе может пойти общим строем, на берегу вряд ли кто-то у них засядет. Максим дозорный. Я же говорю, вдоль дороги слева-справа два отделения пустите, все. Да, давай так и сделаем. Допустим, стрел идет с левой стороны дороги. Не, НГ с левой, как уже определили, да, а мы да, с другой стороны. Да. Ну тогда надо решить, кто Зушку все, возьмет все и танк. Ну, в принципе, ты тогда бери ЗУшку с нуклером, да? А танк? Ну, как? Танк давай на НГ повесим. НГ-то возьмет? А у них много народу. Есть. А, то есть мне с танка уйти? Нет, ну, если есть... на танке и нас есть, значит... Ну, я ж спрашивал перед началом брифинга еще, можно мне на танк сесть? Ну, можно, я же сказал, пожалуйста. Туда. Ну, все, танк занят, отлично. Хорошо. Все. Пойду я НГ скажу, что у нас немножко изменилось. Ворон. Леонид Соловейчик. Ладно, ворон не корпус. Корус, тебя не слышно. А, что тут делать ПЕ? А сейчас? Сейчас слышно. Ты что такое? Слышишь? Ты в прошлом месяце кем был? Извините, враг на канале. Извините, у вас не отделение. Ну, Клир, это, как это? А то, что тебя северяне атакуют с юга, это нормально? Ну, извини, другого места не было. Идеального такого. Я сейчас стрелочку нарисую. Корпус, ты какое слово занял? Корпус. И компасы отберу. Я вижу, по крайней мере, Веспада, слот Веспада, который специально занял, чтобы спалить. Чтобы все они такие. А слот Корпуса за кого он? За зеленых? Да он за нас, за зеленых. Он пилотом у нас будет, да, Корпус? Шпионы. Пилотом. Грязные БЕшные шпионы. Так, что там? Готовы? В принципе, так, да, они не очень, конечно, хотят всей кучей идти. Да ладно. Ну, не захотят отсеяться. Да. Бляха, ёбаный интернет. А мы, наверное, Паш, на... А, ну, в принципе, ты же на машине, конечно. Начальник. О, да, так. Эй. А, есть. О. Ну и кто? Варвар. Изверги. Ой. Это сказка. Где мой рюкзак? Клир, ну как решить наши боты? Отстань, а. Это вообще мои боты, все мои боты, все боты тут мои. Где это? Чего он что-то снимает, второе, вот не понимаю. Где-то? Че? Чего он что-то снимает? Ну блин, ты слепой? ПМ-текстот. Ну, пробитием, скорее всего. Я думаю, что никогда не пробьет. Творог, а, ты взял. Снаряды. Снаряды называется. Написано, используется в РПГ-7. Встань, а. Реальный мотив. Нарко, смотри. Он бомбит. Чё, наукал? Эй. Здесь. Репит, тебе бинокль дать? У меня просто есть или что? У меня тоже. Сколько ППШ в одном магазине потом? Много. А поточнее? Очень много. Там они весят 250 грамм. Так, АМ. А кто чё взял? Ну, снимаю два слота. Mm-hmm. Нифига там патронов на ДП-то навалили. Патроны, только патроны всем. Патронов до хера-то, классик некуда. Толку-то? Издевательство, да? Да, 6 магазинов есть, патронов там 50 штук, блядь. Вернемся потом. Точно, будем бегать сюда. Может, ящик можно положить? В технику грузите.
нас, блин. А что, не сработал скрипт, что ли? Никакой. Были же на рюкзаке. Рюкзаки не у всех были. А, понятно. Ну вот, вот у 37 мм вижу рюкзак. Вот, ну, где медик, можно там вообще для медика им помочь. Вот у меня рюкзак на спине. Ты, кстати, его сделал медиком скриптом? Да. Или здесь? А, в смысле скриптом. Ну, смотри, такой я косяк. Его у тебя лечиться... У тебя лечиться могут кто угодно медкитом? Или только медик может использовать медкиты? Я медиком его заспаунил. Так проверим, могу тебе... Это стрельни. Так работает? Подожди, нет. Он медик просто название. Модуль. Да. Он как я, грубо говоря, или как ты. А-а-а. Так это раньше надо было говорить, примерно в мае. Фейл. Окей. Нам через год лечить морфин вкалывать кто угодно может? Да. Хорошо, это уже хорошо. А как это делается? Как это делается, что он медиком становится? Там скрипт, я тебе команду потом скину, напомню. Окей. Пошли садиться машины. Вчера я ставил. Нет, репит. А машины нету, да? Сейчас мне точку найти. Стой. 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 Поймал. Она крутится мне, либо спуститься надо, либо... Все, все. Ой, боже, тень такая прошла. Ой, боже ж ты мой, она через меня. Что? Через кабину проходит. Нам же куда? На юг? На юг. На север. Как лагает, что ли? Проблема по отточной технике. Нам на юг. Да. По компасу который. А, да, да, они по легенде. Понял. Сзади, по-моему. Все? На стрелках. Тут меня прям в голове. Окей, убрал. Да, перед мостом выстраивайтесь тех, которые есть. Он из рации есть даже. Давай. Репит, ты на рации? Да, да. Вы уже поехали? Сейчас перед мостом выстраиваем. Сколько должно человек быть? Вот вы двое, нас трое, нас пятеро. Перед мостом стоим. Отстрел, браво, кто еще не в машине не подъехал? Там кто-то говорит, лутается возле ящиков, по-моему. Каштан еще должен быть. Ну, раз не отвечает, значит, он, скорее всего, не начал. Нет, ну, каштан должен быть у нас еще. Значит, группа отстрела готова двигаться. Кто там еще? Хорошо, да. Паша там настроил ДВ-шку? Может, надо было? Я только на КВ могу сделать. Я снято, да. КВ. Так, сейчас готовность к движению, сейчас поедем. Так, колонна, давайте подвигаемся вперед. Так, техник. Танк стоит, что ли? Что там стоит? Она прыгает. Репит, прыгаешь. Что-то пошло не так. А что такое? Ребята пишут, что авиация выйдет в небе. Кобра, в смысле. На 15 минут должно быть, блин. Она, может, открытая была? Я потому что ее открывал для тестов. Возможно. А танк бухой? А? Танк бухой, скажи мне. Наверное. Ну, Thunderbolt точно закрыт, это 100%. А Кобра открытая? Походу, да. Печаль. Она же за нас? Да. Какой нафиг его? Ты мне направление говори, куда ехать. Проводи связь с танком. Нет, танк, он что-то тупит, там врезается в стенку, врезается в забор. Я вообще не могу понять, что он там делает.
все понятно, обрыв связи, ха-ха. А у него частоты то есть вообще, это... Да, должны быть. Танк вылетел, ну да, я думаю, догонят. А РПГшки ты кому давал у нас вообще? Есть? Да, есть две штуки. А, ну окей. Я же правильно еду? Да. Прямо по дороге? Да, наверное. Да, по ковану. Тут одна дорога. Танк, скорее всего, вылез. Да я понял бы, так, такими да. Силами работать. Там хатап был, командир. И... Не-не-не, ничего, извелся. Что, мы уже доехали? Нет. Следующий 5 тест, может, асфальт. Мы же по дороге едем точно. Да, так, вот нет, 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 вернись, вернись, мы поехали, мы их поехали. В смысле? Они на перекрестке были. А, нам перекресток повернуть надо было, точно. Ну. Так я говорю, налево, отвал. Я точно немножко не то подумал, перекресток. Ты испугался, что я в триггер тебя завезу? Возможно. А он выталкивает сейчас, поэтому пофиг. Здрасте. Здрасте, здрасте. Значит, группа Браво собирается за зданиями на северо-востоке. Самолетик. Да, самолетик. Это наше. Точно. Он сломанный. У нас маленький, у них большой. Блин, они толстые. Они там сейчас все это порешают же, ну ё-моё. А ты что думаешь, вражеская... Thunderbolt вражеский, он не помешает? Он закрыт, он 100% закрыт. Я почему два самолета спавнил тогда? Потому что один был закрыт, я не хотел его открывать. Месседж? Mm-hmm. Ну да. Нормально. О! Только мы обоссанные корейцы и китайцы. Это так сказано. Да. Особенно 37 миллиметров, как кореец выглядит. Серьезно? Флэш. Че? Тебе коллаж дед? Тебе коллаж дать? Мне нет, коллаж. Я с КСМ буду. А, ну ладно. Вы с КСМ будете че? Вообще? Ну ладно. Разда дает, будьте здоровы. А СВТ ты не хотел дать им? СВТ? Да что-то не подумал. А разница? Какая разница? Ну ладно. Годы выпуска, типа. Вышла коллаж, что ли? Калибр, по-моему. Кстати, по-моему, СВТ не было, не? Вообще не... В смысле, на сайте. Где вы находитесь? Да. Репит, ты про нас что ли или про кого-то? Мы не брали. Ну все здесь вроде бы. Где еще? Я давал команду, где собраться. Где собраться? К северо-восточному забору. Что произошло? Танк проехал. Да, да, дали честь. Ура! Победа! Репит, тут у них идиотия. А
вражеский бомбежочек. А, 37, идём к кроссажу. 37, сюда иди. Куда сюда? Группа отстрел, снижение на 345 до дому. А, Зушка стоит? Не боишься, что этот победит? 37, где? Двигаемся. Движение пешком или ничего? А, сюда, сюда, и беги. Идёшь, ты побежишь в самую бочку. Паш, тоже выдвигайся, ты тоже параллельно. Ой, за маму, ты хотел сказать. И Кимр сцена. Репит, ты нас тормози, когда мы далеко уедем. Вернее, когда начнем уезжать далеко. Добро пожаловать в Тайгер. Там воздух какой-то. Это наш. Стоп. Сейчас двигаемся. Я смотрю здание. Еще, еще, еще. Стоп. Нормально. Давай дальше. Паша, отстань немножко. На малом ходу на Q. Прям очень громко. Я и так на Q еду. Она так бодро идет. Сбывшись. Это, конечно, неудобно. Группа правда, ближе к дороге, на 11 часов смещайтесь к сеновалу. Да танк, блин. Я все пропустил. О! Огонь. Где? Человека убили возле амбара. Я могу наебнуть в амбар. Стой, 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 куда? Да, возле амбара стреляю, 5 человек убили. Могу стрелять, да? Нашего убили. Нашего убили? Я могу по амбару отработать, по всем дамам там. Отправили амбар, без дамы. Давай, пожалуйста, амбар. Все, все. Я еще слева в домик, если там хотя бы или нет. Подать вперед? Не, не надо, стоим. Сейчас какая-нибудь шелпунь появится. Как правило, шелупонь покажется с трубой. Я удивлен, почему еще это. Самолет ничего не уничтожил. А может быть пилот несообразительный какой-то? Третий, кто бежал? Или я решил гейминг не ломать? Смотри, домик миленький, он входябельный или нет? Дверь есть, но по-моему не входябельный. Окей. Вот эти, у которого ты к этому находишься. 320 от дороги, танк. Всем стоп, всем стоп, всем. Подожди. Назад откатываемся. Стоим, не двигаемся. Наши стреляют сзади. На 60 бьют, пап. Опа. Ой, че это? Танк, окей. Ух ты. По-моему, ПНГ. Нашим самолету звезда. Упал? Да. Нет, это самолет сбили, наш. Либо он сам упал, скорее всего сам упал. Он упал, он сбросил бомбу на малой высоте, дурак. Я понял, да. Ну, не умеет летать. Да, живу. Это самолет наш упал. Да, я понял, там танк они нарисовали, где, а потом где-то... А с нашим танком все есть? Нет, походу. У нас от амбара где-то на 60, как будто по нам. Я выйду, свяжусь. Побазай с ним. Танкист. Ну, танком займись. Танкист, выйди на свет. Что? На связь выйди с нами, успокойся. Боец, временно не стреляй. Танк на связи? На связи, да? Вышел на? Сейчас, какой у вас КВ? КВ, КВ какой у вас? 101. Нарисовали метку на танк. Ты один, что ли, в танке? Ребят, мы же... Да, я не в танке. На танке куда-нибудь. Сейчас самолет прилетит, нам всем пизды дадит. Поэтому ответьте. Он один в танк. Он один в танке. Я один, да. У меня этот водила-то вылетел. Водила вылетел. Понял. Понятно, но тебе надо, значит, с кем-то соединиться. Сейчас мы найдем тебе водилу или стру. Пусть он отъедет куда-нибудь. Мне неудобно тут.
Ну блин, НГ ушло, я не могу из НГ уже взять никого, они отошли. Я на КВ. Да, я понял, мы тебе какие-то члены экипажа хотим найти. Отъедь, пожалуйста, куда-нибудь на юг там, где дом. Я боюсь за свою жизнь. Ну, клир. Да. Я вот думаю, что мы будем делать. Танк, он сейчас неэффективен абсолютно. Мы сейчас ждем самолет. Ну да, самолет опасный. Репит, может быть, мы из нашего отделения или из МГ вытащить кого-нибудь? Летит. Где? Блин, сзади прошел. На юг улетел. У нас никого не осталось. Давай на запад отъедь. Паш, дороги неудобно. Рядом с танком тем более. Вот кого под веб ставь, встань под веб. Идет. Стоп, полный стоп. Да. Да, оттуда. МГ, есть на связи кто-нибудь? Есть на связи. Вон он, танк гасит! Вы можете своего танк выделить? Все, танк. Сейчас проверим, по-моему, наш танк. Мы обходим танк фланга. Понял, у вас есть чем сжечь? Что там с танком? Так, спасаемся с рук. Зуха убита. Прием, Зуха убита, я остался один живой только. Репит, прием. Есть что живое у нас? Ну клир. Есть живые? На ДВ есть кто живой? Блин, анимация тупая. Привет. Привет. Нас обошли, как я понял? Да. А я кричу, репит. Я кричу, репит. И нифига никого нет. А я видел кого-то, да, там, после амбара где-то с правой стороны, но я сперва не... Ну, с танком вообще, конечно, жопа получилась. Блин, танкист этот. Каштан вылетел. Нет, хата, по-моему, были. Да, вообще все не по плану пошло. Да, абсолютно все. Ну, НГ, по крайней мере, там еще что-то как-то. Что-то по берегу поперлись. Ну, они хотят выжить. Постреливается. Ну, ладно. Блин, слушай, зачем? Не, мне вот все время нравится, вот когда говоришь, допустим, выдвигаемся вперед до там этих амбаров, сразу начинают амбары эти чистить. То есть по одному причем. Да. В чем прикол? Осторожно так это, их чистят.
Ну, сели бы и досмотрели. Пока сидели, смотрели нормально. Так выходить начали, начали наши на связь. Я даже не выходил, я сказал рядом с тобой. Ну да. Не, ну я имею в виду вообще. Когда мне сказали, что там кого-то уже положили. Но я зашел на территорию, меня положили сразу. Потому что места, в принципе, хорошие, довольно-таки хорошо просматриваются. Бинокль вынул, посмотрел. Если бы движения были бы не стояли, а техника имеется в виду, самолет бы практически ничего не сделал. А я вот самолет даже и не слушал. Понятно. Юдин уже сделал все. Нормально. Все будет? Да. Сегодня хороший тимкил вообще. Да. Правильно. Точный. Ой. Раздонник в угол бился. Испугался, да? По-моему, там отыкает. Да, очень похоже. Он читы подрубает, подрубает читы. Загрузка кольцо в армии очень долго. Угу. А к нему и заходит уже, кстати. Да, кстати говоря, отличная штука. Сейчас опять это... скажешь, кто меня убил, я стоял. Там уже танк шинкует. Ну не все равно, он стоит. А танк пустой же, да? А с Бонни все так же пытается. Там интересно, не найдут его или нет? Да найдут. Уже заходит. Ох, что это было? Это было близко. Своя граната? Нет, нет. Нурс. Читай, Сдоник. Как повезло Сдонику, потому что как будто Азмоника прикрывает. Да, да, да. Читы подрубил, видимо. Ракета у нас план перед собой. Да. А он еще шоу. Да, да, да. И такая сдалеком шоу. О, по самолету долго, по-моему. Да? Это через боец вообще. Вон, тут Азмоника сейчас вроде больше шевелится. Кстати, арма, видите, где воронка от бомбы? А Сдоник же в том углу стоял, вообще не по барабану. Разве в том? Он, да, он там он... стоит. Говорит то, что это Сдоник. Всё? Да. Наконец. Ой, а ой, ой, это моя ошибка еще одна. Best Gaming поиграли. Я забыл для зеленых еще поставить. Окей. Понятно. Чё? Всё, забыл. Картоделка. Да, они 14, короче, все ну, убираем. Бывает. 14. Да, нормально, интересно, интересно, интересно. А что, сдохли что ли все? Да. В смысле? Не по плану пошло все. Ладно, наверх. Все красные сдохли или кто? Да, да, да. А из-за чего, из-за карты? Наверх. Да. Для зеленых забыл условия поставить. Подавились картой. Короче, сейчас объяснишь, все нормально. Вверх. Кто в атаке, кто в обороне? Синий там, по-моему, в обороне. Что сделал? Сказал Вайер, который я даже не воевал. Ну вот именно. Ты воевали, Вайер воевал, не надо. Из-за тебя я не воевал. Угу. Еще 4 человека со мной. Кто в атаке? Что случилось? Синий. Объясните, что нормально. Здесь свободный выбор. Синий в атаке. Чуть синих меньше, если они в атаке. Они все на танках. А Сдоник автор. Блин, мне сначала повезло, по танку прилетает эта бомба. Я около танка живой, невредимый. Бывает. После со своего только самолета прилетает. А вражеский самолет там куда делся? Он упал, карт. Он задавал себе. Кобра наша? Да кто атакует? Красная. Кобра вообще сама упала. Красный или синий, Паш, в прошлый раз был другой ответ. Красные атакуют, красные что-то атакуют, видели, синие обороняются. Слабаки. Чего, что значит слабаки, им надо защитить это. Нормально? Ну, кстати, так-то нормально. У нас, точнее, у красных даже был перевес 10 игроков, но это им не помогло. У
Ну, танк. Бой-то там был у кого-то все-таки. Ну, синих был. Красные по полю бежали, синие мы слили. Господи, ПЗ, зачем 3 минуты? Че, всех убили? Да? Покурить успею, нет? Так кто так? Самолет мне удобно вышел, он сразу открытый был у красных. Правда, он не навоевал. Он ничего не сделал. Да, вообще, вообще ноль. Даже ни одной цели не выполнил. Как так? Хотя как минимум радар должен был уничтожить. Ну в танк бомба попал есть. Ведь? В синий танк? Да. Да? Да, я рядом уже стоял, прилетело. Че-то вы вообще далеко высадились. К радару, так... Че вы так далеко высадились? Поисовка писала. Нормально мы высадились как раз. Вы пока дошли, вы устали 10 раз. Один раз. Получилось. Так. Сказали, один раз, да. И ДВ не сказали нам. Да и кары. Аздоник что-то там совсем распоясался. Не знаю, скажу, Аздоник, приходи ко мне, у меня на память. А чего Аздоник? Да у него что-то он летает сегодня. Mm. Как он там иначе говорил, говной интернет вы, да? Ты ему, может, свой интернет подарил? Да, вообще, кто там проверил? Wi-Fi раздам. Весь крыс своих туда натравил. Интернет спитера, вот и другим не остается. Да. Антенну поставил, короче, там из мидии его, голова там все спаял, короче, в одну большую глыбу. Интересно. Поставил за вышку. А зачем вот этому чуваку слева? Может, два вот прицела. Ну, один для дальних, другой для ближних. Они так в сторонку хоп. Один для одного глаза, другой для другого глаза. А как красные танк увидели из синих? Или это самолета засекли? Самолет там, скорее всего, связи никакой не было. Он ни КВшку, ни ДВшку не оставил. Почему я сидел на вашей? Все слышал. Замазанный нос человеком, да ладно. Пойду подождать, надо, что на наших сидишь. А я сразу полетел, как вы сказали, где-то бомбанул. Себя бомбанул. Ты, видимо, на ГРУ сидел, нет? Нет, я не ДВ сидел. А, окей. Так, что, по комнатам разойдемся. Так, ребята, идем отсюда, короче. Чего? Чему вместе, да? Так. Ну. Все правильно? Точно? Я точно заседаю. Ну, красный, наверное. За кого я? Да, я красный. В прошлой миссии с танками и авиацией 500 метров. В этой миссии 4000. То есть мы все-таки атака. Да. А я за потом заходил. В чем прикол делать такие миссии? Типа техника куча, да, типа 500 метров. Ну, чтобы пехоту, наверное, не косить сразу издалека. Да, там рельеф местности не позволит так сделать. Ну, у нас, понимаешь, ты рассчитываешь на то, что скиллованные парни ходят. А в большей степени у нас скиллованные парни в обратную сторону, то есть ходят вообще непонятно по какой траектории, эту местность вообще не знают, не пытаются учитывать даже. Короче, рандомщики. По полю бегут, думают, что их не видно в полный рост. Так, все тут? Ну, будем считать, что да. Так. В общем, план. Снаряжение. То есть у нас здесь отделение Альфа, Браво есть. Все три отделения, да? Два СПН у нас. И одно стрелковое просто. Ну, в общем, СПН у них с глушаками, то есть у них бесшумное оружие. Могут зайти осторожненько с какого-нибудь фланга. Через улицы имеется в виду, через дворы. Всему это будет так. Чем закончилась карта предыдущая? Ну, выиграли. Да-да. У кого? Только кто выиграл? Зеленая. Зеленая, да. Там зеленая и дофига было, а там на них не стоял, что типа... Не все... Где кто начинает? Мы начинаем как бы... Пацаны, там где синий триггер, это что такое? Это место дислокации написано же. Кушаем отсюда.
Вот, смотрите, для спецназа я нарисовал. Я туда лучше не заходить, вот что я скажу, там умираешь. Следовательно, один спецназ берет один Land Rover, другой спецназ другой Land Rover М2. Если вы на них едете, вы можете их использовать или бросить, в конце концов. Не суть важно. Давайте прям туда заедем и все. Ну, можно ехать. Почти у них два Хамвика М2 и Шакал М2. Вот. А по поводу основной группы огневой. Мы пойдем с юга. А по мадам вот этом, да, вот там вот в этом. Потому что здесь здания такие. Вторую миссию на чем? Что? Вторую миссию на чем? Кем? На сохране. Да. Да, ну клир. Не, да ты кем играл? А, я на Зухе. В общем, вот, мы до перекрестка можем, вернее, или не мы, но группа основная гнева может доехать до перекрестка там, не выезжая на перекресток, в принципе, вне зоны видимости. Там высадятся и по домам. А сколько времени поставил? Вот так по домам может через дворы пройти к первой точке. Ничего себе, у нас все понятно. И БТР-70, и БРДМ. Летели туда прямо на точку, и все сдохли сразу. Ну, как будет, в общем. Вот такой план. Но они-то просто все лежали в одном ангаре с пулеметами. И было просто не зайти. Вот так. А, это там. Вот план. Я вспомнил. А КВшки дефолтные, то есть первая группа первый канал, вторая группа вторую, третья. А есть так. Вертики? А, вертолет есть, кстати, да. А и можно меня забрать? Смысла нет, они в ангаре стоят, нам нахрена вертолет. Чтобы ну, не, просто нужно стрелять. Куда? Здесь в центре... Не, ну можно... Так, застройки все это находится там. Стрелок там по ангару. Наводка пошить. Нужна. Без наводки это будет просто шум без. Вот именно шум. Они будут. Ну вот возьми, бери вертолет, я бери сеструка или это. Все. Полумесяц тогда развалится. Тут только сколько? 3 человека в полумесяце. Ну и все. Отлично. Ну, у вас винторез не будет. Да и от него толк все равно ноль. Ну, вот да, и его кому-нибудь. Да, да, все. От него толку нет, это хуже, чем даже вот эта вот гроза. Винторез, ты чё? Ага, на дальности попробуй его. Конечно, нет. Он хуже СВД в 100 раз. На этой карте, наоборот, он очень даже, потому что здесь близко. Первая группа первый канал, вторая второй и так да. Далее. Так, кто там на вертолете, можете мне отдать? Третья, вторая. ЛДХ вторая. Восток третий, что ли? Вверх стоит, слышишь? Восток третий, да, полумесяц первая. Месяц первых Land Rover занимаю, потом осталось. Так, ну а сейчас на какой КВ-шке сидит? Yes. А, окей. Эрик, прием. Вы на чем едете? На чем-нибудь. Вот в ящик ходит. Только в ящике всего, блин. Я бы себе по инвентарь взял. Вражеская. Американцы, да. Окей. Спасибо. Сейчас еду.
отсюда. Здесь. Как ехать-то ебить, Мадрид? Садись. Ты со мной, что ли? Опа. Пацаны, извините, это я. А есть GPS на кого? Ребята, месседж. У меня есть. На водителя тогда сядь. Давай. Брок, садись к нам. Ты что с нами делаешь? Садись. Кто делает? Ну я же полумесяц. В одной бутылке, в другой кладу, сколько не сидит? Полумесяц? Да. Я полумесяц. Куда езжайте надо. Это не с нами? Нет. Где Альдахар? Альдахар вот на... На чем, ребят? Сейчас с полумесяцем доедем, а где? А, нищие выехали. С полумесяцем доедем, а там на южнее уйдем. Ну, я сел на этот, на Прагу. И? Корвус, ты где? А, это, БДМ не будем брать? Паша. Что? Что? А, ты так, слушай... И это, езжай, мы за тобой поедем. Мы потом просто южнее уедем от твоей точки, на GPS нету. Ребят, дать GPS или нет? Ну, давай. Я свой маршрут накидал на карте, поэтому. Что ты? Возьми в инвентаре. Ой, возьми в этой машинке. Брок, ты со мной? А, Брок с тобой. Сейчас, кстати, готовься, могут какие-нибудь вылезти. Окей. За триггером бросим мы или пешком пойдем. Или же заехать туда. На крик лучше впереди. Я говорю, за триггер заедем. Или окей. Же перед триггером. Не, я у тебя спрашиваю, как лучше. Как ты думаешь? Ладно, доедем, высадимся там. Если гасанут нас, не важно уже. Иначе долго идти. Все, мы на месте. Так, все, метку дал. На шепот переходим и идем потихонечку. Бинокль, о, бинокль.
Давай, я вперед, ты за мной. Это Зуха? Да. Кто с Зухи работает? Есть кто с Зухи работает? Тут никто не отвечает. Так, я перебегаю. Вроде чисто. Впереди огонь. Скорее всего, они все собрались в одном месте. Наша прага, да? Не знаю уже. Прага наш. Если та, которая у дороги, это наша прага. Возле. Но она какая-то едет, дороги, едет какая. Или она стоит? Не-не, мы встали, мы не едем уже. Значит, что-то другое. Ура, у чей вы? На Зухе, знаешь тоже? Так, ну все, может, подошли к вертушке. Найк, посмотри в бинокль, там кто-нибудь есть? Или мне кажется? Куда? Вдоль дороги, Найк, посмотри. На дому? Да, да где-нибудь там есть, там у меня вроде как что-то промкнуло. Кажалось, значит нету. Сейчас здесь опасно, надо вперед потихоньку продвигаться уже. Это от пулемета. Да-да. Я что-то не вкурил. У нас это ангар, вот этот оно, что ли, мы который прошли? Походу, да. Да, оно.
потерялся. Назад вернись. Стреляю из РПГ, тайни. Совсем забыл осколочным, что бью. Я не взорвал его, колеса только выбил. Можешь продублировать. Сейчас сделаю. Горит, по-моему. Ну все. Перебегаем дальше туда, куда мы шли по дороге. На восток. ВП. Перебегаем. Да. Скалывает, блядь. Угу. У меня почему-то стал выпадать все вообще. После ранения. Вы там взорвали технику, да? Да, взорвали на одну. Ну, отметьте ее, что она взорвана. Вы там северную взорвали, да? Понял. Целый метр, черная. Все, идем дальше. Теперь нам на юг, да, как я понял? Да. Ох ты, идем. Пока в них техника прием. Хамвик М2, две штуки. Это наши борты. Как шакал. Шакал? Вроде шакал, это КПВТ. Ну я просто говорю, какая техника. А. Церковь разрушенная, подхожу. Опа, М-ка стреляет рядом. Да. Захожу в церковь разрушенную. Брок, ты где? Рядом. Понял, ты стреляешь? Да. Мина. Тащи сюда. Да?
Попробуй сейчас осколочным дать по этой хрени. Блин, чуть на мину не наткнулся. Клеймор стоят повсюду рядом еще. Понял. Везет мне сегодня. Что-то мне сегодня везет. Ты понял, откуда это было вообще? Рядом где-то. Угу. Скорее всего, в проеме там где-то вот мы пробежали. Где-то на высоте. Ты сегодня прилетал, короче. Угу. Странно, я что-то не могу двигаться. Видимо, залагало. Сейчас фикс хэдбаг сделаем. Во. А приземлишься, да, опять? Прикольно. Я умер? Кручат. Че, спектатор глич? Ага. А вы хотя бы зарашили? Да, не особо. Ну, зарашили. Угу. А если перезайти, он работает? Не пробовал. Ну, можно другой слот стать? Ну, по-моему, убили уже всех. Или не убили? Ну, я попробую сейчас. Вообще запрещено. А, ну тут уже все. Там не было слотов. Да. Ну, значит, все. Чек, что там со Сдоникс со спектатором сделал? Я что-то ничего не...